Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта Сифо Кафе Финтак Стоп, организатор профессиональных онлайн-событий. Друзья, я очень рада приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре, который мы проводим совместно с нашим партнером, аудиторской консалтинговой компанией «Правовест Аудит», одной из сильнейших аудиторских компаний в нашей стране. Вам, я знаю, что полюбились наши вебинары по налоговой тематике, в рамках которых мы с нашими экспертами из «Правовест Аудит» разбираем самые актуальные налоговые вопросы. И поэтому первый вебинар в этом году в рамках этого цикла посвящен налоговым изменениям 2022, к чему нам готовиться, что важно сейчас учесть в своей работе. А также сегодня же рассмотрим с вами налоговый контроль 2022, какие здесь тренды, все разберем прямо на кейсах. И помогут нам в этом лучшие специалисты компании «Правовест Аудит». Открывать сегодняшнее мероприятие Виктория Варламова, советник налоговой службы второго ранга, заместитель руководителя отдела консалтинга, главный эксперт по бухучету и налогообложению компании «Правовест Аудит», эксперт при Палате общественных уполномоченных по защите прав предпринимателей города Москвы, аттестованный аудитор. И Виктория, как вы знаете, может ответить практически на любые вопросы, которые связаны с налогом на прибыль и с НДС, которые будут сегодня в центре нашего внимания. Всем добрый день. Продолжит затем Наталья Наталюк, ведущий специалист по налоговым проверкам. И я знаю, что Наталья огромнейший опыт как раз по помощи, скажем так, своим клиентам по прохождению налогового контроля, по тому, чтобы не допустить, чтобы претензии налоговых органов привели скажем так, судебным разбирательством, но даже если вдруг вы столкнетесь с такой необходимостью, Наталья вам тоже здесь поможет. Друзья, напомню, что у вас прекрасно есть возможность задать вопросы нашим спикерам, обязательно воспользуйтесь этой прекрасной возможностью, задавайте их в чате прямо под онлайн-трансляцией, а я со своей стороны желаю вам прекраснейшего мероприятия и передаю слово Виктории, которая открывает сегодняшний прямой эфир. Спасибо. Всем еще раз добрый день. Я расскажу сегодня об изменениях по НДС и по налогу на прибыль, которые вступили в силу с 1 января 2022 года. Так, сейчас я поставлю слайды. Так, все видно. Если что, пишите. Если что-то не видно. Вот. Начну я, конечно, с изменений по налогу на добавленную стоимость. Скажу честно, этот налог я люблю больше других. Вот. А по НДС, на мой взгляд, изменения можно назвать отраслевыми. Ну, то есть изменения по НДС касаются с этого года тех, кто продает медицинские изделия, тех, кто продает товары, приобретенные у физических лиц, имущество физических лиц перепродает, и, конечно, организации общественного питания. Начну с медицинских изделий, хотя формально изменения в налоговый кодекс, касающиеся налогообложения, были внесены еще 29 ноября. Но я бы назвала все равно это изменениями с 22 года, потому что с 22 года именно должно было все поменяться, но, забегая вперед, оказалось, что это не так. Итак, те, кто продает медизделия, знают, что можно применять 10% ставку НДС или освобождение от НДС в зависимости от того, в какой из перечней включено медицинское изделие, но для того, чтобы подтвердить, ну, я буду называть их льготы, да, 10% ставку НДС или освобождение, для того, чтобы подтвердить эти льготы, нам нужно регистрационное удостоверение, оформленное по праву Евразийского экономического союза или российское регистрационное удостоверение. Так вот, в статье 149 и 164 до 29 ноября было оговорено, что российские регистрационные удостоверения подтверждают льготы только до 31 декабря 2021 года. И 29 ноября были внесены изменения в налоговый кодекс, то есть что получалось, что с 22 года
при отсутствии регистрационного удостоверения, выданного по праву Евразийского экономического союза, медицинские изделия должны были облагаться по ставке 20%. И 29 ноября были внесены изменения в налоговый кодекс, и вот эти ограничения до 31 декабря 2021 года для российских регистрационных удостоверений убрали. То есть получилось, что с 1 января 2022 года, да, то есть дальше продолжаем применять льготы по медизделиям при наличии действующих регистрационных удостоверений. Но я думаю, что те, кто в этой отрасли варятся, пережили немало неприятных моментов в начале года. Дело в том, что замечательные изменения в налоговый кодекс были внесены, но в статье 11 соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза было указано до недавнего времени, что с 1 января 2022 года все национальные регистрационные удостоверения должны были прекратить свое действие. То есть изменения были внесены в налоговый кодекс. Пожалуйста, подтверждайте российскими удостоверениями свое право на льготы по медизделиям и в 2022 году. Но получалось, что они переставали действовать, то есть подтверждать было нечем. И только 28 декабря на сайте Евразийской экономической комиссии была размещена информация, что не волнуйтесь, будем продолжать переходный период по национальным регистрационным удостоверениям на медицинские изделия, но согласитесь, просто сообщение на сайте – это не есть документ официальный. Официальный документ, который вносит, это протокол государств-членов Евразийского экономического союза, который внес изменения в статью 11 соглашения об обороте медицинских изделий на территории Евразийского экономического союза, был подписан официально 30 декабря, но увидели мы его вот официально, опубликованным на сайте Право.gov, да, только 10 января. Но сделали вид, что 30 декабря все состоялось, поскольку протокол применяется к правоотношениям, да, возникшим с 1 января 2022 года. То есть вот этот момент как бы утрясли. Да, российские регистрационные удостоверения продолжают свое действие до тех пор, пока они не закончатся. То есть здесь все как бы нормально стало, да, но опять же, те, кто варится в этой сфере, знают, что до недавнего времени в постановлениях правительства, которым были утверждены перечни товаров, облагаемых по ставке 10 или освобождаемых от НДС, в примечании к медицинским изделиям было указано, что да, можно подтверждать льготы регистрационным удостоверением российским только до 31 декабря. И вот это противоречие нормам налогового кодекса устранили буквально совсем недавно, 29 января были внесены изменения в перечни с поставки 10% по необлагаемым товарам, и вот эти ограничения для российских регистрационных удостоверений убрали. Причем стали распространяться эти поправки на правоотношения, возникшие с 29 ноября 2021 года. Таким образом, хоть и задним числом, да, но на сегодняшний момент никаких препятствий для применения 10% ставки НДС, освобождения от НДС для медицинских изделий при наличии только регистрационного удостоверения, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, нет. Самое главное, чтобы это регистрационное удостоверение было действующим. Да? Вот, поэтому я думаю, что все у всех завершится хорошо, даже у тех налогоплательщиков, которые не стали рисковать, стали облагать медизделия по ставке 20%, но здесь нужно будет внести корректировки в учет, разобраться с покупателями, как теперь быть, да, и что сделать нужно. Но это если у нас есть такие вопросы, я буду отвечать на них отдельно. То есть я понимаю, что сейчас нас слушают не все те, кто занимается медицинскими изделиями. То есть у многих, кто сейчас у нас на вебинаре, медицинских изделий нет. Поэтому вот я рассказываю только вот, ну, постольку поскольку, чтобы все, да, были в курсе, что там с медизделиями у нас произошло. Ну, я думаю, что продавцам медизделий не привыкать уже, какой раз изменения для них вносятся задним числом, то есть с опозданием, я бы так сказала.
Вот, что еще у нас интересного с 1 января 2022 года? Больше налогоплательщиков стали платить НДС с межценовой разницы, то есть с разницей между ценой реализации и ценой приобретения товаров. Речь идет о тех, кто перепродает имущество, приобретенное у физических лиц. Такая, будем говорить, опять же, льгота была у организаций, которые перепродавали автомобили, приобретенные у физических лиц, будем говорить, у автосалонов, да, они должны были НДС межценовой разницы исчислять. И теперь этим автосалонам добавили еще один случай, когда они исчисляют НДС межценовой разницы, то есть они это делают не только при приобретении и, соответственно, последующей реализации физических лиц автомобилей, но и мотоциклов. Кроме того, с этого года с межценовой разницы, то есть, по сути, с прибыли от продажи приобретенного физлица имущества, начисляют НДС те организации, индивидуальные предприниматели, которые приобретают у физлиц бытовую технику и электронику, опять же, для перепродажи. Я бы сказала, что это льгота для скупок. Перечень льготной бытовой техники и электроники, по которой потом мы, да, при перепродаже будем платить НДС с межценовой разницы, утвержден постановлением правительства. То есть туда входят компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, морозильники, холодильники, стиральные машины, пылесосы. Вот. То есть для того, чтобы исчислять НДС межценовой разницы при перепродаже имущества, приобретенного у физлиц, нам нужно посмотреть вот этот перечень бытовой техники и электроники. И второе условие, будь то автомобили, мотоциклы или вот эта бытовая техника, мы можем исчислять НДС межценовой разницы только в том случае, если это имущество у физлиц мы приобрели именно для перепродажи, то есть поставили его на 41-й счет. Если мы имущество физических лиц, там, например, я не знаю, ноутбук, там, автомобиль, мотоцикл, да, приобрели для нужд компании, то есть это или 41-й счет, или 10-й, да, там, малооценка, приобрели для нужд компании, использовали, да, соответственно, то есть это не 41-й счет, не для перепродажи, то потом, продавая имущество, приобретенное у физических лиц, мы будем платить НДС полной продажной стоимости. То есть вот эти положения статьи 154 применяться не могут. То есть это только для перепродажников, будем говорить, имущества, приобретенного у физического лица. Вот. Ну и самое интересное изменение по НДС, это, безусловно, касается организации общественного питания. С 1 января 2022 года услуги общественного питания могут освобождаться от НДС при определенных условиях. Значит, здесь хочу обратить внимание, что на самом деле от НДС освобождается не организация общественного питания, а именно услуги общепита. То есть, если помимо услуг общепита вы будете осуществлять еще какую-то деятельность, я не знаю, может быть, автомобиль продадите, да? Ну, условно говоря, там, бэушное основное средство. Вот кафе продаст там бэушное основное средство. Вот с бэушного основного средства, да, нужно будет начислить НДС продажной стоимости. А услуги общественного питания, да, будут освобождаться от налога на добавленную стоимость. Ну, чтобы было понятно, да, что не вся организация освобождена от НДС. Организации общепита, а только именно услуги общественного питания. Что относится к услугам общественного питания? Приведено, соответственно, в подпункте 38 пункта 3 статьи 149, то есть это деятельность, услуги общественного питания, которые оказываются через рестораны, кафе, бары, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, и также отделы кулинарии при этих объектах, то есть кулинария при кафе, при столовых, да, и так далее. А также услуги общепита, которые оказываются вне объектах общественного питания, то есть это выездное обслуживание по месту, выбранному заказчиком. Также в статье 149 оговорено, что не признается для освобождения от НДС услугами общепита, в частности, да, это реализация продукции общественного питания отделами кулинарии в розничной торговле, то есть если розничный магазин
торгует кулинарией, да, у него есть вот отдел в, ну, мне почему сразу представляется супермаркет, там есть отдел кулинарии, да, вот этот отдел кулинарии в супермаркете, если это одно юрлицо, понятно, да, не освобождается от налога на добавленную стоимость. Вот, и также от НДС не освобождаются реализация продукции общепита организациями, индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют заготовочную и иную аналогичную деятельность, в переводе на русский язык это фабрики, кухни, да, например, и реализуют эту продукцию общепита организациям, индивидуальным предпринимателям, которые уже сами занимаются общественным питанием. То есть в переводе на русский язык не освобождается от НДС реализация продукции общественного питания ресторанам, кафе и так далее. Да? Если вот можно так упрощенно правило вывести, то к услугам общественного питания относится, по сути, реализация продукции общественного питания физическим лицам, да, то есть вот непосредственно потребителям, да, а ресторанам, кафе, столовым, если, да, вы уже готовы, там, будем говорить, обеды продаете, это, да, такие услуги от НДС не освобождаются. Так вот, чтобы применять освобождение от НДС по услугам общественного питания в текущем году, нужно посмотреть, как вы сработали в предыдущем году. То есть, если мы берем освобождение от НДС на 2022 год, то нам нужно посмотреть показатели за 2021 год. То есть, с 2022 года применяет освобождение от НДС организации общепита по услугам общественного питания. Если сумма доходов по итогам 2021 года по данным налогового учета, да, по всем видам деятельности не превысило 2 миллиардов рублей, но я думаю, что здесь многие справились, да, и если удельный вес, опять же, по данным налогового учета доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов за 2021 год составил не менее 70%. То есть, по сути, вот эта льгота по НДС, она предоставляется вот непосредственно тем, у кого, будем говорить, услуги общественного питания – это профильный вид деятельности, потому что более, да, не менее 70% дохода занимает именно оказание услуг общественного питания. И, например, вот уже задают вопрос, производственная столовая, да, вот у меня есть производство, и на производстве есть производственная столовая. Да, может ли она быть освобождена от НДС 2022 года? То есть, скорее всего, нет, потому что доходы столовой в общей сумме доходов, да, вот, всего производства, скорее всего, не превысят, да, 70%. Поэтому вот в такой ситуации столовая, в моем примере, не будет освобождаться от налога на добавленную стоимость. Ну и вот я знаю, что многие участники вебинаров говорят, прям хочется, да, выделить в отдельное юрлицо, в этом случае столовую, прям это провокация на дробление бизнеса. Ну, возможно, да. Но мы должны понимать, что выделение в отдельное юридическое лицо только для того, чтобы заплатить меньше налогов, это чревато. Да? То есть здесь есть риски, что потом налоговые органы доначислят НДС по всем объектам, да, по всем юридическим лицам, тому, от кого эта столовая отделилась, будем говорить так. Да? Но с другой стороны, мне, например, попадалась судебная практика, когда, да, производственная столовая выделилась в отдельное юридическое лицо, но там были действительно экономические обоснования этого. То есть директор комбината сказал, зачем же я должен еще за столовой руководить, сколько мяса они там закупят, сколько еще чего, какие блюда сделают, зачем это мне, да, то есть это совершенно другой вид деятельности, там свой директор, да, поэтому вот столовая была выделена в отдельный объект. Но в любом случае мы должны понимать, что если у кого-то такие мысли возникли, то здесь, безусловно, нужно все тщательно проанализировать, да, и действительно это продиктовано, будем говорить, коммерческой необходимостью, чтобы столовая была самостоятельной, или же все-таки исключительно тем, чтобы сэкономить на налогах. Вот, также еще хочу обратить внимание, чтобы применять освобождение от НДС по услугам общепита с 2024 года, необходимо выполнить будет еще третье условие. То есть, если говорить упрощенно, средняя зарплата ваших работников должна быть не менее средней отраслевой заработной платы в том регионе, куда вы по ним представляете расчеты по страховым взносам. То есть, по сути, законодатели говорят, не хочешь платить НДС, плати хорошую заработную плату, да, чтобы вот
это условие соблюдалось. Поэтому к 2024 году у всех компаний общественного питания, которые применяют освобождение от НДС, должна быть хорошая заработная плата. В то же время, да, вот сейчас мы говорим о том, что с 2022 года, чтобы применять освобождение по услугам общепита, необходимо выполнить условия по итогам 2021 года, их два, да, это доходы общие не больше 2 миллиардов рублей и доходы от услуг общественного питания должны быть не менее 70%. Но если организация или ИПшник зарегистрировались уже в 2022 или в 2023 году будут зарегистрированы, они могут сразу применять освобождение от НДС по услугам общепита, то есть никаких дополнительных условий здесь не нужно, будет соблюдать. Вот, ну и уже Минфин дает некоторые разъяснения по нюансам применения освобождения, да, например, вот то, о чем я говорила. То есть, если, например, организация осуществляет производство там, кулинарных изделий, продает их через собственное отдело кулинарии физическим лицам, да, то она, вот эта организация по этим услугам общественного питания, про продажу, от продажи кулинарных изделий в отделах, да, кулинарии при кафе, столовой и так далее, может применять освобождение от НДС при соблюдении иных условий по итогам 2021 года. Также, вот, например, меня интересовало, то есть не будут ли какие-то проблемы с реализацией покупных товаров. Никаких проблем быть не должно, то есть Минфин четко разъяснил, что действительно, если вы реализуете покупные товары, то есть покупную продукцию общественного питания физлицам через объект питания, то есть, опять же, через кафе, рестораны и так далее, то да, применяется освобождение от НДС на общих условиях. Да? То есть, если по итогам 2021 года вы соблюли вот эти два общих условия. Но в то же время, если вы продаете покупные товары через вендинговые автоматы, которые стоят у вас в кафе, ресторане, там, столовой и так далее, то, по мнению Минфина, это уже не общепит, это розничная торговля, и розничная торговля должна, соответственно, облагаться налогом на добавленную стоимость. Вот, также хочу отметить, что если вдруг по какой-то причине вы имеете право на освобождение от НДС, но не хотите освобождение применять, вы можете отказаться. Дело в том, что от тех льгот, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 149, вы можете отказаться. Но для этого нужно написать заявление в налоговую инспекцию официально, не позднее 1 числа квартала, с которого хотите отказаться. Ну, я не думаю, что будет много таких желающих отказываться, потому что понятно, что имеет смысл отказываться, когда, как это у меня есть большой входной НДС, да, то есть какую-то, или со мной не хотят работать без налога на добавленную стоимость, вот, а когда общепит с физическими лицами работает, то, наверное, здесь отказываться не стоит. Так вот, а вот во всех, это как бы замечательно, что услуги общепита освободили от НДС, да, ну, понятно, что не у всех организаций общественного питания с 1 января 2022 года из чека исчез налог на добавленную стоимость. У тех, у кого исчез, да, у тех компаний и предпринимателей, которые могут применять освобождение с 1 января 2022 года. Обратите внимание, что в этой радостной новости есть определенная ложка дегтя. Когда вы начинаете не облагать операции, то входной НДС по тем товарам, работам, услугам, которые задействованы в необлагаемых операциях, к вычету не принимается. Он включается в стоимость того, что вы купили. И поэтому, если у вас остались, ну, будем говорить, остатки товаров, работ, услуг, да, на балансе там были основные средства оборудования, которые вы будете уже использовать в необлагаемых операциях, то нагрузка по НДС на вас придется на первый квартал 2022 года. То есть нужно будет восстановить НДС по тем остаткам товаров, работ и услуг, которые будут использованы уже в необлагаемых операциях. То есть по тем продуктам, из которых вы уже необлагаемые
блюда сделали. Нужно будет восстановить НДС, и сделать это нужно в первом квартале 2022 года. То же самое по оборудованию, пропорционально остаточной стоимости основного средства, если это оборудование задействовано, ну, будем говорить по-простому, в приготовлении пищи, да, в оказании услуг общепита, там мебель, возможно, да, у вас есть тоже не самортизированная, да, тоже нужно будет восстановить НДС. А если у вас есть собственная недвижимость, например, здание кафе, то в этом случае восстанавливать НДС по зданию кафе в первом квартале не нужно. По недвижимости весь НДС, то есть по недвижимости НДС мы восстанавливаем в особом порядке в соответствии с статьей 171.1 Налогового кодекса. Делаем это в четвертом квартале каждого года из 10, если, ну, при определенных условиях, сейчас я о них рассказывать не буду. То есть обратите, пожалуйста, внимание, организация общепита, освобожденная от НДС, что в первом квартале вам нужно восстановить НДС по тем товарам, работам, услугам, которые уже будут задействованы в необлагаемых операциях. Ну и, может быть, это не касается изменений как таковых, но всем показываю на всех вебинарах это замечательное разъяснение Минфина. И оно пользуется, я бы сказала, бешеной популярностью. Вдруг кто-то еще о нем не слышал. Значит, напомню, что если мы раздаем товары в рекламных целях и затраты на единицу не превышают 100 рублей, то такие операции НДС не облагаются. Входной НДС по ним их вычет не принимаем. Если мы раздаем товары, затраты на единицу которых превышают 100 рублей, да, в рекламных целях мы это делаем, то мы начисляем НДС при раздаче этих рекламных товаров так, как будто мы их раздаем безвозмездно даром, как с безвозмездной реализацией. И, наконец-то, Минфин согласился, что только для НДС это мы считаем безвозмездной реализацией для того, чтобы начислить налог на добавленную стоимость. Для налога на прибыль это расходы на рекламу. Поэтому, когда мы раздаем в рекламных целях товары, затратные единицы которых превышают 100 рублей, то НДС, начисленный на эту раздачу, следует судьбе расходов на эту раздачу. То есть можно учитывать начисленный НДС в целях налога на прибыль. Ну, понятно, что такие расходы нормируются, не могут превышать 1% выручки от реализации, то есть и в эти норматив, конечно, мы учитываем затраты на сами товары, которые раздали в рекламных целях, и налог на добавленную стоимость, который на них начислили. Вот. И, кстати говоря, судебная практика подтверждает позицию Минфина и совершенно она обоснована с точки зрения налогового кодекса. Да? То есть никаких препятствий для учета НДС в расходах здесь нет, потому что этот НДС никому не предъявлялся. У нас, да, есть ограничения по 270 статье, мы не можем учитывать НДС в расходах, предъявленный, да, покупателю. Вот при рекламной раздаче НДС покупателю, да, не предъявлялся. Поэтому никаких препятствий для учета в расходах нет. И не безвозмездно мы это на самом деле делали. Так вот, еще хочу обратить внимание, что по итогам первого квартала мы будем представлять декларацию по НДС по обновленной форме и формату. Ничего там страшного нет в обновленной форме декларации. Там у нас, значит, ну, в правилах заполнения появились новые коды по необлагаемым операциям, в том числе, например, по услугам общественного питания. Ну и в разделе 1, например, появились новые строки, где нужно указать код и основание, сумму налога для заявительного порядка возмещения НДС. То есть для тех, кто заявляет возмещение НДС в заявительном порядке, да, вот появятся новые строки. Ну, в основном там, ну, можно сказать, что ничего не поменялось, кроме вот, да, новых кодов и порядка заполнения для новых необлагаемых операций. Что у нас интересного по налогу на прибыль? Ну, опять же, я бы сказала, что сильно вот прям революционных изменений, можно сказать, нет, кроме учета лизингового имущества, наверное. Но начну я с расходов на оплату труда. Вот эти изменения в расходах на оплату труда, я бы так сказала, для богатых налогоплательщиков, которые могут себе позволить оплачивать своим работникам, членам их семей, детям,
путевки на отдых в санатории на территории Российской Федерации. Но обо всем по порядку. Вот богатые налогоплательщики знают, что до 2022 года они могли учитывать в расходах оплату стоимости путевок на отдых на территории России. Опять же, для работников, членов их семей, детей, да, но эти путевки должны были быть приобретены у туроператоров или турагентов. То есть, если вы заключали договор непосредственно с санаторием, то, к сожалению, такие расходы мы учесть в целях налога на прибыль в составе расходов на оплату труда не могли. С 1 января 2022 года к перечню путевок добавили расходы по приобретению санаторно-курортного лечения на территории России, включая проживание и питание, опять же, работников, детей, да, их там супругов, родителей. Если договоры заключены непосредственно с санаторно-курортной организацией, или же работодатель компенсирует работникам стоимость путевки, да, вот в этот санаторий. Поэтому почему бы и нет, да, то есть если вы можете себе позволить оплачивать работникам путевки в санаторий, почему бы не учесть эти путевки в расходах по налогу на прибыль? Хочу напомнить, что такие расходы по-прежнему нормируются, и расходы не могут превышать 50 тысяч рублей в год на каждого отправленного на отдых, и не должны превышать вместе с расходами на медицинское страхование, медицинское обслуживание, да, которое вы тоже оплачиваете за работников, не должны превышать 6% от фонда оплаты труда. Ну и раз все-таки путевки – это форма оплаты труда, по сути, то не забудьте, чтобы расходы на оплату труда учитывались в целях налога на прибыль. Возможность таких выплат должна быть предусмотрена трудовым или коллективным договором. Поэтому оплату путевок предусмотрите в трудовом или коллективном договоре. Также хочу обратить внимание для тех, кто будет оплачивать путевки своим сотрудникам, что даже были внесены изменения по НДФЛ. То есть до 2022 года у нас те путевки, которые уменьшали налогооблагаемую прибыль, облагались НДФЛ с полной, да, стоимости вот, компенсации этих путевок. Но с 2022 года работодатели могут оплачивать одну путевку в год на отдых, да, в санаторно-курортные оздоровительные организации, а НДФЛ нужно будет удерживать уже с оплаты второй по счету путевки в год. То есть одна путевка в год у физлица в санаторно-курортную организацию облагаться НДФЛ не будет. Туристические путевки по-прежнему, независимо от того, уменьшают они прибыль или нет, да, будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Вот, теперь изменения, будем говорить, для всех налогоплательщиков. Изменился формально, да, изменился порядок учета расходов на модернизацию, реконструкцию основных средств. Но, по сути, просто в налоговом кодексе узаконили позицию Минфина, которую он раньше доводил до нас своими письмами. То есть теперь в статье 257 уточнено, что расходы на модернизацию, реконструкцию, там, достройку до оборудования и так далее, да, основных средств включаются в первоначальную стоимость основных средств, независимо от их остаточной стоимости. То есть раньше Минфин тоже говорил, если мы модернизируем, реконструируем основные средства, даже полностью амортизированные с нулевой остаточной стоимостью, то мы, соответственно, все равно расходы на модернизацию, реконструкцию включаем в их первоначальную стоимость, и такие расходы учитываются через амортизацию. Второй момент. В 258 статье теперь установили совершенно четко, что если после модернизации, реконструкции срок полезного использования основных средств не увеличивается, то налогоплательщик применяет норму амортизации, которая была установлена первоначально при вводе этого объекта основных средств в эксплуатацию. Несмотря на то, что до 2022 года в этой же статье было оговорено, что при исчислении амортизации учитывается оставшийся срок полезного использования, Минфин все равно разъяснял, что норма амортизации не меняется. То есть, чтобы было понятно, да, как делали те, кто не готов был спорить с налогами до 2022 года, и как теперь нужно делать всем, потому что это прямо предусмотрено в налоговом кодексе, поясню на примере.
Предположим, у меня есть основное средство, срок полезного использования 10 лет. То есть норма амортизации у меня единица, деленная на 120, да, срок полезного использования в месяцах. То есть по одной 120 я каждый месяц в налоговом учете от первоначальной стоимости учитываю амортизацию. Теперь я сделала, провела там модернизацию, реконструкцию и так далее. Например, 500 тысяч потратила. Вот эти 500 тысяч я добавляю к первоначальной стоимости основного средства, и теперь по одной, опять же, 120-й, но от увеличенной первоначальной стоимости я учитываю в расходах, да, в целях налогового учета. Что у меня получается? У меня получается, что я амортизирую это основное средство за пределами срока его полезного использования. Вот поэтому как до 2022 года у меня, если я не спорила с налоговой, была разница между бухгалтерским и налоговым учетом после модернизации основного средства, так и, да, в 2022 году это будет продолжаться. Вот. Что у нас еще интересного? С этого года изменился порядок учета лизингового имущества, то есть независимо от того, у кого на балансе лизинговое имущество, по новым договорам, то есть договорам, действующим с 1 января 2022 года, лизинговое имущество амортизирует только лизингодатель. То есть по сути, лизингодатель учитывает лизинговое имущество так, как будто он просто передает его в обычную аренду, да, то есть приобрел его для передачи в аренду. Единственный плюс у лизингодателя, он может применять повышающий коэффициент не выше 3, исключение, как и прежде, составляет основные средства, относящиеся к первой, третьей амортизационной группе. Лизингополучатель учитывает в расходах только лизинговые платежи. Причем, если в договоре указано, что в сумму лизинговых платежей входит выкупная стоимость, то за минусом выкупной стоимости. Отмечу, что и раньше Минфин говорил о том, что если в сумму лизингового платежа входит выкупная стоимость, то это авансы, будем говорить, под приобретение основного средства, да, это вот как затраты на капвложение, поэтому эти авансы, да, не учитываются в расходах по налогу на прибыль. И, по сути, сейчас это официально закреплено в налоговом кодексе. То есть вот такой порядок применяется по новым договорам с 1 января 2022 года. Можно сказать, как при обычной аренде. Исключение, да, только что у лизингодатель может применять повышающий коэффициент к амортизации. Что у нас со старыми договорами, то есть теми договорами, которые действовали на 1 января 2022 года? По ним предусмотрен, ну, так называемый переходный период федеральным законом 382 ФЗ, это статья 2, которая говорит о том, что в целях налогообложения по налогу на прибыль мы по тем договорам, которые действовали на 1 января 2022 года, продолжаем учет по старым правилам. То есть так, как мы это делали до 1 января 2022 года. При этом вот тут еще написана такая интересная фраза, да, что а также по правилам ведения бухгалтерского учета, действующим до дня вступления в силу настоящего федерального закона. То есть вот многие обсуждали, я знаю, на форумах, как это так, закон федеральный о внесении изменений в налоговый кодекс диктует нам, как быть с бухгалтерским учетом. Но, к сожалению, пока я не обнаружила разъяснение Минфина, что он думает по этому вопросу, действительно, как же так, да, как это нам предписывают тут в целях бухгалтерского учета вести учет по-старому для налогообложения. На мой взгляд, это всего лишь нужно прочитать так, но это вот мои измышления, да, что для налога на прибыль мы должны считать, что у нас бухгалтерский учет лизингового имущества ведется точно так же, как мы его вели до 1 января 2022 года, независимо от того, что у нас по факту сейчас в бухгалтерском учете. Да? Вот для налога на прибыль мы еще должны считать, что бухгалтерский учет у нас ведется по-старому. У кого на балансе, значит, написано по договору, у того вроде бы как будто для 25 главы на балансе этот предмет лизинга и учитывается. То есть это исключительно фраза, ну, на мой взгляд, для налога на прибыль. Да? Вот. Но ждем разъяснений Минфина, все-таки хочется убедиться, что да, все действительно было так. Вот, ну еще что у нас интересного. С 1 января 2022 года нельзя совершенно точно учесть перечисления в бюджет и внебюджетные фонды в целях возмещения ущерба.
Прежде всего речь идет о возмещении ущерба экологии, там о плате за сверхнормативные выбросы и так далее. До 2022 года налогоплательщикам через суд удавалось доказать, что возмещение ущерба экологии может уменьшать налогооблагаемую прибыль. Теперь при такой формулировке статьи 270, то есть да, этого сделать будет совершенно невозможно. Ну и еще что у нас... 50% значит, продлили ограничения на перенос убытков на будущее. Напомню, что убытки, которые мы получили в предыдущих годах в налоговом учете, могут уменьшать прибыль следующих периодов. Да, вот хоть 100 лет мы этот убыток будем переносить до тех пор, пока не выберем этот убыток. Да? Но был переходный период, и его, к сожалению, продлили до 31 декабря 2024 года, он должен был закончиться с 2022 года, на перенос, на уменьшение текущей базы по налогу на прибыль. То есть текущая база по налогу на прибыль на убытки прошлых лет не может быть уменьшена более чем на 50%. То есть, грубо говоря, 50% от 50% налога при наличии убытков в предыдущих годах все равно нужно будет заплатить. Ну, сразу на примере, потому что потом после вебинара почему-то получаю вопросы. Например, по итогам 2020 года у меня убыток 1 миллион рублей, а в 2021 году вдруг, хопа, прибыль вылезла, да, 500 тысяч прибыль у меня налогооблагаемая. Значит, я могу эту налоговую базу 500 тысяч уменьшить на убытки, полученные в 2020 году, но не больше в моем примере, чем на 50%, то есть не больше, чем на 250 тысяч. То есть 250 тысяч в моем примере я должна заплатить налог на прибыль, да. Вот до нуля уменьшить не могу. Соответственно, у меня останется 750 тысяч убытка неперенесенного, который я уже смогу, да, переносить на 22-й год, да, 23-й и так далее, пока вот этот весь убыток не выберу. Вот, то есть вот ограничение по 50-процентной налоговой базе, будем говорить, продлили до 24-го года. Также хочу обратить внимание на изменения для владельцев интеллектуальной собственности. Изменения были внесены еще в налоговый кодекс со 2 августа, но я не исключаю, что субъекты Российской Федерации приняли их во внимание. И посмотрите законы субъекта Российской Федерации, вдруг какие-то для вас льготы установили на 2022 год. То есть со 2 августа субъекты могут устанавливать пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль по субъекту, да, то есть по налогу, зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации в отношении прибыли от, будем говорить, монетизации объектов интеллектуальной собственности, если объекты интеллектуальной собственности, права на них зарегистрированы в Роспатенте. То есть посмотрите еще раз, да, законы субъектов Российской Федерации, вдруг кто-то этой возможностью воспользовался и, будем говорить, подарил вам вот эту замечательную льготу. Также хочу обратить внимание, что с 1 января 2022 года внесены изменения в статью 262 и расширили перечень расходов, относящихся к расходам на НИОКР. То есть к расходам на НИОКР с этого года относятся расходы на приобретение исключительных прав, расходы на получение права и пользования объектами интеллектуальной собственности, если мы их получаем исключительно для использования в научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработках. Что это значит? Это значит, что если вы осуществляете НИОКР, который входит в перечень, утвержденный постановлением правительства, то расходы вы можете учитывать с коэффициентом 1,5. Потратили миллион на приобретение прав, да, вот, на объекты интеллектуальной собственности, можете учесть в расходах по налогу на прибыль 1,5 миллиона. Вот. До 2021 года была, будем говорить, аналогичная льгота, да, были аналогичные расходы в статье 262, ну, в урезанном чуть-чуть варианте. В 2021 году таких расходов не было, и в 2022 году они, можно сказать, вернулись и даже в расширенном варианте. То есть туда добавили расходы на приобретение прав на программы ЭВМ, топологии интегральных микросхем, да, то есть вот даже в расширенном варианте. Обратите на это внимание. Ну и несколько слов об особенностях налогообложения выплат иностранным компаниям. Да, вдруг нас слушают представительства иностранных компаний. Значит, здесь хочу обратить внимание, что с 2022 года у представительств иностранных компаний стало больше случаев, когда они должны
будут удерживать налог на прибыль в качестве налоговых агентов, то есть по налогу на прибыль. Вы знаете, что мы выступаем в качестве налоговых агентов, когда производим выплаты в пользу иностранных компаний, указанных в пункте 1 статьи 309 Налогового кодекса. Но из этого правила есть некоторые исключения. Так вот, до 2022 года почему-то при выплате процентов по долговым обязательствам налоговыми агентами были только российские компании, потому что в статье 309 были оговорены долговые обязательства, возникшие именно у российских компаний по выплате процентов. И получалось, что если представительство иностранной компании выплачивало проценты по кредитам, займам, да, другой иностранной компании, формально обязанности налогового агента у нее не возникало. Вот с 2022 года, если можно так сказать, эта несправедливость по отношению к российским налогоплательщикам, налоговым агентам устранена, и представители иностранных компаний, если долг в виде процентов связан с деятельностью этого представительства на территории Российской Федерации, должны выполнять обязанности налогового агента. Аналогичные уточнения внесены и в отношении индивидуальных предпринимателей, у которых есть долговые обязательства перед иностранными компаниями. Также хочу напомнить, что мы удерживаем налог на прибыль при выплате доходов иностранной компании, но вот из этого правила есть исключение, если иностранная компания проинформировала нас, что этот доход относится к ее представительству на территории Российской Федерации. Проинформировать нас можно было и при заключении договора, но до 2 августа иностранная компания должна была нам представить еще нотариально заверенное свидетельство о регистрации представительства на территории России, а со 2 августа перечень документов упростили. То есть для того, чтобы подтвердить, что представительство зарегистрировано на территории Российской Федерации, достаточно в том числе, да, электронной выписки. То есть нотариально заверять документы о регистрации представительства на территории России не нужно. Вот. Ну и в продолжение темы международных компаний. Хочу обратить ваше внимание, что с 1 января 2022 года у нас не действует соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, то есть все, забыли о наличии такого соглашения об избежании двойного налогообложения. Минфин денонсировал это соглашение еще в июне 2021 года, но перестало оно существовать с 1 января 2022 года. И также обращаю внимание, что ставки налога на прибыль в отношении процентов и дивидендов, за некоторым исключением, в отношении резидентов Люксембурга увеличены до 15%. С 1 января 2022 года тоже были внесены изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения с Люксембургом. Вот. Поэтому, в принципе, все, что я хотела сказать, я рассказала, да, вот это вот самые важные, на мой взгляд, изменения, которые вступили в силу с 1 января 2022 года и о которых необходимо знать компаниям. Но понятно, что это не все поправки, да, и не по всем налогам. Мы сегодня рассмотрели только НДС и налог на прибыль, поэтому всем участникам сегодняшнего вебинара компания «Провайст Аудит» хочет сделать подарок. Это шпаргалка от наших аудиторов, самые важные изменения по налогам и взносам с 1 января 2022 года. Там вы можете прочитать не только об изменениях по НДС и по налогу на прибыль, о которых я сегодня рассказала, но и также изменения посмотреть по НДФЛ, страховым взносам, по налогу на имущество и даже изменения, которые важны для бизнеса с точки зрения права. Да? Вот. Вы можете перейти по QR-коду и скачать эту шпаргалку от наших аудиторов. Вот. Если у кого-то не получается, вдруг, да, потом вы получите презентацию, и из презентации по ссылочке тоже можно будет перейти и скачать прямо на компьютер. Но это еще не все подарки для сегодняшних участников. У нас есть еще шпаргалка от аудиторов по учетной политике на 2022 год. Все прекрасно знают, что с этого года у нас появилось 4 новых обязательных ФСБУ, да, то есть мы их обязаны применять. В связи с этим в шпаргалке вы можете почитать, какие изменения в учетную политику в плане бухгалтерского учета нужно внести на 2022 год, чтобы учесть
применения новых ФСБУ. То есть тоже можете перейти по QR-коду и скачать шпаргалку по учетной политике. Ну и несколько слов все-таки о нашей компании. Я хочу напомнить, что на сайте Минфина размещено 83 случая, при которых организация должна проводить обязательный аудит своей бухгалтерской финансовой отчетности за 2021 год. И я понимаю, что если вы подлежите обязательному аудиту, вы уже давно заключили договоры с аудиторской компанией, да, вот, и уже давно забронировали своих любимых аудиторов, как делают это наши клиенты. Но вдруг вы не знали, что подлежите обязательному аудиту, то есть сейчас приличные компании на горячий сезон, хочу сказать, места найти нельзя. У нас до апреля все аудиторы расписаны, но и из этого можно извлечь определенные плюсы. Вы знаете, что в горячий сезон стоимость аудиторских услуг дороже. После окончания горячего сезона понятно, что есть всевозможные скидки. И после горячего сезона вы можете получить за те же деньги гораздо большую пользу, например, включив в тех задания на аудит те вопросы, на которые вы хотели бы, чтобы аудиторы обратили особое внимание. Да? Например, там, углубленную проверку НДС, да, за определенный период, или там, углубленную проверку налога на прибыль, там, или анализ юридических каких-то договоров. Ну, то есть, если вдруг по какой-то причине вы еще не забронировали аудиторов по итогам 2021 года, чтобы проверять отчетность, вы сейчас, если заключаете с нами договор, вы можете не опасаться, что получите, то есть не получите положительное аудиторское заключение. Я говорю, ни в коем образе мы не выдаем просто так аудиторские заключения. Просто наши аудиторы до 31 марта на один день выйдут на предаудит и посмотрят отчетность вашей компании на наличие существенных ошибок, то есть при наличии таковых, чтобы вы их исправили, и ваша отчетность, да, сдали, соответственно, в налоговую уже приличную бухгалтерскую отчетность, а потом, когда уже аудиторы придут после 31 марта и тщательно будут все проверять, чтобы у вас не было существенных ошибок, и чтобы, да, все-таки получить аудиторское заключение. Там, если уж совсем плохо с оговорками, да, раз вы ошибки исправили, там, возможно, да, но уже, да, вы будете уверенными, что отчетность все-таки будет соответствовать. Но я не думаю, что компании, которые подлежат аудиту, что такой бардак бывает. Вот, но в любом случае, да, то есть во всем можно искать свою пользу. А если вы уже задумываетесь об аудите на 2022 год, то, конечно, милости просим к нам. И я всем рекомендую проводить аудит поэтапно, это экономит время в горячий период. И сейчас уже многие перезаключают с нами договоры на аудит на 2022 год, потому что хотят забронировать удобное время и своих любимых аудиторов, да, чтобы не подвергать себя лишнему стрессу в такой важный период. Все, если вы хотите, да, узнать стоимость аудита в нашей компании, вы можете перейти по QR-коду и буквально за одну минуту узнать приблизительную стоимость аудита в нашей компании. Если есть вопросы, я перехожу к ответам на вопросы. Так. Так, я так понимаю, что... Ага, сейчас, секундочку, я, наверное, чат открою. Так, читаем. Про путевки для детей, поясните, пожалуйста. Так, что про путевки для детей? Значит, не очень поняла про путевки для детей, что пояснить. Значит, получается, что если работодатель оплачивает своим работникам путевки для их детей, да, на отдых в санаторно-курортные организации, дети до 18 лет, да, путевки в санаторно-курортные организации, то такие путевки могут уменьшать налогооблагаемую прибыль. Но, как я уже сказала, на мой взгляд, раз это расходы на оплату труда, то возможность оплаты путевок детям сотрудников должна быть предусмотрена в трудовом или коллективном договоре. Да, то есть путевки для детей, тогда, кстати, пионерский лагерь, по-простому говоря, тоже, скорее всего, санаторно-курортная организация, потому что имеет лицензию на медицинскую деятельность, поэтому я думаю, что и так называемые вот эти лагеря, да, отдыха для детей тоже будут относиться к санаторно-курортным организациям. А если путевки приобрели через турагентство или туроператоров, тоже никаких проблем и нет. Да? То есть можете, кстати, компенсировать путевки работников,
навыкам, которые они сами приобрели, да, в том числе и для детей. То есть открывайте 255-ю статью и читайте, каких именно детей. То есть до 18 лет совершенно точно там, да. Вот. Александр, то есть для лизингового имущества оставляем как прежде. Ну, видимо, речь идет о старых договорах, речь идет о налоге на прибыль. Получается, что да, если у вас договор лизинга был заключен до 1 января 2022 года, продолжает действовать, то вы учет, налоговый учет у вас по этому лизинговому имуществу не меняется. И, на мой взгляд, независимо от того, что вы отразите на самом деле в бухгалтерском учете. Так, по регистрации медизделий вопрос. Получается, пока действуют старые документы, применяем их до оформления новых по правилам ЕАЭС или пока не отменят эту возможность? Вот, к сожалению, Ольга, я не могу считать себя знатоком, да, вот прям регистрации медицинских изделий, но насколько я разобралась в этом вопросе, если у вас, да, есть... Ну, написано, до какого числа действует регистрационное российское удостоверение, значит, вы до этого числа его применяете, пока не оформите, да, то есть применяете, да, соответственно, по окончании вам, ну, или до его окончания нужно будет оформить новое регистрационное удостоверение уже по правилам Евразийского экономического союза. И насколько я вот как бы в этом вопросе, если вам нужно будет внести изменения в регистрационное удостоверение, то делать это нужно будет уже по праву Евразийского экономического союза. То есть все указано в статье 11 вот этого соглашения об обороте медицинских изделий на территории Евразийского экономического союза. Вот. Я поняла, что если у вас бессрочное регистрационное удостоверение, то ничего с ними делать не нужно. Но опять же говорю, я пока не настолько погрузилась, да, вот я пока выяснила, действует ли наше регистрационное удостоверение. Действует до тех пор, пока не перестанут действовать, да. Вот, поэтому, да, можете применять 10% ставку НДС освобождения, вот. Вроде как Нидерланды хотят вернуться к переговорам. Ну, вернуться, значит, примем тогда еще раз, да, подпишем соглашение об избежании двойного налогообложения. Пока информации, что что-то там, да, изменилось, нет, да, и даже если вы откроете, ну, например, там справочно-правовые системы, везде соглашение с Нидерландами светится бледным, то есть перестало действовать, то есть ничего не изменилось. Федеральный закон изменений не вносили, соглашение денонсировано. То есть если мы подпишем с Нидерландами новое соглашение об избежании двойного налогообложения, будет принят новый федеральный закон. То есть пока такого закона нет. Так, при перепродаже бытовой техники, уточните, пожалуйста, как будет учитываться правило СНД в случае, когда по частям перепродается техника? Интересный вопрос. Честно сказать, не очень поняла, как это по частям. То есть там, ну, насколько я понимаю, есть компьютеры, да, вот давайте я на всякий случай открою вот свой упрощенный список, чтобы понять, да, потому что, как вы понимаете, вот вы с этим работаете, а я на память не могу помнить, я просто пытаюсь понять, что же там может быть по частям. Так, сейчас, секундочку. Так, вот. Я сейчас, наверное, тогда покажу экран. Вот. Смотрим, да, постановление проекта, что тут может быть по частям. Компьютеры, да, ноутбуки, планшеты, карманные компьютеры, машиновычислительные аппараты, телефоны, да, ну, вот... Давайте, тут здесь надо разбираться. Вот смотрите, в перечень входят компьютеры, ноутбуки, да, в том числе замещают компьютеры. Но вопрос, да, интересный. То есть вот что тут по частям? Если вы, извините, купили стиральную машину, да, у физлица и продаете ее на запчасти, здесь, на мой взгляд, однозначно вы платите НДС с полной продажной стоимости запчастей. Если вы купили у физлица компьютер, а компьютер, в моем понимании, то есть надо посмотреть перечень бытовой техники, там и коды есть, да, это и, ну, это и процессор, и, соответственно, монитор,
и продаете отдельно монитор, отдельно процессор, то здесь, на мой взгляд, могут быть претензии. Да, вот если там действительно написано портативный компьютер, то купили компьютер, вот и продавайте как получается компьютер, да, то есть нужно посмотреть постановление правительства поточнее, есть ли там отдельно монитор, есть ли там отдельно процессор. И, на мой взгляд, если там нет отдельно монитора и отдельно процессора, то при продаже отдельно монитора и отдельно процессора, раз это нельзя назвать компьютером, да, то надо платить НДС с полной продажной стоимости. То есть спасибо за вопрос, с этим нужно, ну, как бы разбираться, я вам пока, да, можно сказать, обозначила риски, которые вот здесь могут быть. То есть вот если вы на запчасти продаете, однозначно с полной продажной стоимости запчастей, чтобы вы там на запчасти не разобрали. Да? То есть вот что купили, то и продали с межценовой разницей, да, по перечню, утвержденному постановлению правительства. По налогу на прибыль в отношении путевок ограничение в 50 тысяч рублей было по турпутевкам. В данной норме не указывается про санаторно-курортные. Получается, что про норму ограничения дополнили, да, то есть 50 тысяч либо, да, по турпутевкам отдыхаем, либо непосредственно с санаториями едем, да, 50 тысяч рублей в год на каждого отправленного на отдых. То есть если, например, ну, утрирую, может быть, да, 20 тысяч заплатили за путевку в санаторий на сотрудника, 40 тысяч отправили его через туроператора тоже на территорию России отдыхать, в расходах можно 50 тысяч, да, получается, по вот этим двум путевкам. То есть не по каждой путевке 50 тысяч, а всего по всем путевкам, да, по всему отдыху. Ну, по сути, тут как бы не ограничение, да, не ограничения дополнили, да, а дополнили перечень ваших возможностей по оплате путевок. То есть вы и раньше могли сотрудника отправить в санаторий, но приобретя путевку через туроператора и турагента. Теперь вы можете это сделать напрямую, да, вот просто, можно сказать, перечень случаев оплаты путевок дополнили, да, а ограничения, ну, мне кажется, вполне логично, что осталось. То есть путевки не могут превышать, да, в расходах 50 тысяч на каждого отправленного на отдых. И при этом неважно, как вы ее купите, непосредственно у санатория или через туроператора, через турагента или вообще работника отправите на отдых. Вот вам лимит на отдых сотрудников, будем говорить, 50 тысяч рублей в год, да, на путевку. Пожалуйста, отправляйте. Вот, я так понимаю, что вопросы закончились, я на все вопросы ответила, какие были. Большое спасибо за вопросы, передаю слово, да, следующему нашему участнику вебинара. Я с вами пока прощаюсь, всех благ и хорошего здоровья, самое главное, да, не болейте, вот, все у всех будет пусть хорошо, до свидания. Да, Виктория, спасибо огромное не только за прекрасное выступление, но и за подарки. Как всегда, наши спикеры от ProVest Audit всегда приходят к нашим участникам с мешком подарков. Друзья, если вы не успели зафиксировать ссылки, то не переживайте, потому что у вас прямо сразу после окончания прямого эфира будет доступ к презентациям, где вся подробная информация будет. Друзья, а мы с вами переходим к следующей теме. Налоговый контроль – одна из самых живых трепещущих всегда, причем тем, и поделится своим опытом наш следующий спикер. Это Наталья Наталюк, советник налоговой службы второго ранга, ведущий юрист по налогам и гражданско-правовым спорам компании ProVest Audit, эксперт при Палате общественных уполномоченных по защите прав предпринимателей города Москвы. В общем, тоже регалии можно перечислять еще долго, потому что у Натальи действительно огромнейший опыт, которым она всегда открыто и так делится с нашими участниками, за что мы ее благодарим. Наталья, с радостью передаем вам слово, и, друзья, ждем ваши вопросы в чате. Василя, спасибо большое, всем самый добрый день уже. Ну, давайте, пришло время уже поговорить про налоговый контроль. Я как раз сейчас запущу свою презентацию, поделюсь, да, конечно, много что хочется рассказать сегодня, у нас с вами буквально 30 минут, поэтому я сделаю самые важные вот акценты на так. Секундочку. Нет, экран не растянулся. Так.
Ну, с налоговым контролем у нас, конечно, много чего происходит. То, что мы слышим с вами в СМИ, с экранов телевизоров и вообще читаем, когда новости, нам говорят, как-то есть определенное смягчение налогового контроля и не стоит теряться. Но на самом деле, конечно же, есть определенные моменты и ужесточения, потому что, смотря вот эту статистику по налоговому контролю, который есть пока, к сожалению, не за 2021 год, не за весь, но хотя бы частично, видим, что количество тех же самых доначислений, ну, в принципе, такие вот солидные, они как минимум в два раза больше. Я думаю, что мой экран теперь видно. Если не будет двигаться, Василя, скажите, пожалуйста. Вот, в первую очередь хотелось бы немножко поговорить о такой полной картине по налоговому контролю, что мы с вами в действительности должны знать и что в действительности происходит. Ну, поскольку мы с вами буквально ежедневно, особенно мы с коллегами работаем и с актами, и с решениями, и требованиями, ну, мы видим, что действительно возможности у налогового органа, надо признать, очень большие, автоматизированные системы. И то, что касается отслеживания схем по уходу от налогообложения, опять же, нужно отдать должное, что действительно очень серьезный подход, в том числе и в плане переквалификации различных сделок, то есть такое достаточно серьезное познание не только налогового, но и гражданского права. И если говорить вообще и о налоговом контроле, о безопасности, я думаю, что в первую очередь нужно обращать внимание на то, что, к сожалению, не все должное внимание уделяют на то, что налоговые начисления, налоговые риски – это не только риски самой компании, но в том числе и персональные риски руководящего состава. Это руководители, бухгалтеры, потому что то, что мы с вами на сегодняшний день переживаем, что активно обсуждается в различных сообществах, это, конечно же, риски привлечения к субсидиарной ответственности бухгалтера, руководителя, риски уголовной ответственности за неуплату налогов, конечно же, это очень тоже серьезная тема. Поэтому, прежде чем сделать шаг в сторону, вот, мягко говоря, незаконных способов оптимизации, конечно же, нужно понимать, что рискует не только компания, но и рискует действительно очень сильно бухгалтер, финансовый директор, руководитель, все те риски, которые, в конце концов, могут быть признаны контролирующим должника лицом. То есть, что непосредственно дают соответствующие распоряжения, которые неукоснительно должны исполняться самой компании, и если схема была внедрена, да, вот таким образом, потом она была вычислена налоговым органом, были колоссальные суммы начисления, сама компания не в состоянии расплатиться перед бюджетом, конечно же, никто этот долг не забудет на сегодняшний день, его будут взыскивать с КДЛ. Что касается цифр, ну вот на сегодняшний день есть у нас промежуточные, там, так сказать, цифры за 2021 год, исходя из отчета по 2НК налоговых органов, начисление на одну выездную налоговую проверку в целом по России составляет 67 миллионов рублей, по Москве 82 и по Санкт-Петербургу 121 миллион рублей. Возможно, эта сумма будет чуть-чуть подкорректирована, но вот опять же, исходя из практики, когда заходишь и есть уже в разрезе субъектов Российской Федерации сводный отчет, иногда сумма немножко отличается, но в целом, я думаю, что это адекватная картина. Что мы с вами видим? Да, количество выездных налоговых проверок сокращается, но тем не менее, вот обратите внимание, у нас как минимум в два раза выросли суммы доначислений на одну выездную налоговую проверку. Это о чем говорит? О том, что действительно выходит на выездную налоговую проверку, где действительно могут быть серьезные суммы доначислений и очень серьезный проверочный анализ. И я думаю, что ни для кого не будет открытием, потому что на сегодняшний день налоговые органы все-таки стараются даже перевести инструмент пополнения бюджета больше в русло предпроверочного анализа, то есть вне рамок проверок. Живем, увидим, какие будут отчеты по итогам 2021 года. Я думаю, что вне проверок будут очень колоссальные суммы для начисления за счет так называемых добровольных уточнений налоговых обязательств. Что касается результативности и опасности. Обратите внимание, вот есть определенные данные с расширенного заседания коллегии ФНС Следственного комитета, и отмечено, что каждая вторая проверка выездная проходит с участием непосредственно представителей сотрудников МВД. И количество переданных материалов в Следственный комитет на факт возбуждения уголовного дела по факту неуплаты налогов тоже возрастает. Пока говорить о том, что
действительно к уголовной ответственности в виде лишения свободы, что сплошь и рядом руководители бухгалтеров сажают, пока не приходится, и слава богу, но тем не менее статистика вот так вот постепенно она растет все-таки вверх, с каждым годом таких показательных дел становится все больше и больше. Что касается вот как раз этого подтверждения, вот то, что в суд передаются для рассмотрения материалов по существу более трети материалов, которые попадают в Следственный комитет. Если говорить о субсидиарной ответственности, тоже пока вот итоги подведены Федресурсов за полугодие 2021 года, но тем не менее мы можем тоже с вами сделать выводы о том, что количество заявлений подается все больше и больше в суд. И больше удовлетворений со стороны суда о привлечении к субсидиарной ответственности. Это в целом по России, по всем кредиторам. И, конечно, лидером, наверное, таким является кредитором Федеральная налоговая служба, которая, естественно, старается взыскать налоговые долги, как я уже сказала, с так называемым контролирующим должником лиц. Мы видим, что тенденция такова, что субсидиарки привлекаются чаще и чаще, и о налоговом долге забыть просто никто не собирается. Если говорить о кейсах, ну, кейсы есть один из таких, что, например, по фиктивным сделкам с контрагентами, после выездной налоговой проверки компания получает до начисления в размере 852 миллиона рублей, и налоговые органы очень старались взыскать эту колоссальную сумму именно с руководителей компании. Причем они так старались, что не обратили внимания, что сама компания все-таки она не была уже окончательно признана банкротом, и какие-то суммы можно взыскать именно с самого должника, с юридического лица, и ни в коем случае нельзя, пока не поставлена точка в вопросе платежеспособности юридического лица должника, нельзя переносить на плечи непосредственно КДЛ. Вот об этом как раз нам и Верховный суд сказал. Тем не менее, налоговый орган старается очень быстро все это взыскивать. Очень много кейсов, посмотрите, как раз по субсидиарной ответственности, когда после выездной налоговой проверки, видите, суммы действительно очень серьезные. И хочу сразу предупредить руководящий состав, и я думаю, что материал будет полезен и бухгалтерам, потому что этот вот кейс конкретно, потому что часто задают вопрос, а как образумить, ну как бы предупредить, наверное, больше руководителя компании, что не стоит ну, так жестко схематозить, поскольку это очень быстро вычисляется, и нужно подстраховать не только компанию, не только бухгалтера, но в первую очередь и самого руководителя компании, потому что здесь не только риски субсидиарки, уголовной ответственности, но в том числе, как мы видим из этого кейса, может произойти такая метаморфоза, что учредитель компании говорил, давай, я хочу больше денег, меня не волнует такими путями, давай там фирма однодневки, не мы сделки будем рисовать и прочее, прочее. Вот, что, соответственно, руководитель и делал, пришел налоговый орган, инспекция доначислила 43,8 миллионов рублей, и потом этот самый учредитель собственник бизнеса вот эти вот доначисления взыскал с руководителя компании. И суды, естественно, ссылаясь на постановление 62-й пленума высшего арбитражного суда, на 53-й статье ГК РФ сказали, что, ну, извини, ты же директор, и ничего самостоятельно обязан действовать в интересах юридического лица компании, а ты действовал очень опасно, потому что были серьезные налоговые риски, а то, что под руководством учредителя, ну, на самом деле это не освобождает тебя от ответственности, исходя из положения постановления пленума высшего арбитражного суда номер 62. Вот, и следы такие, что как история развивается, бухгалтер либо руководитель очень часто их привлекают сначала к уголовной ответственности по излюбленной статье 99 УК РФ, а потом уже, поскольку вина будет доказана, дело техники уже привлекать в рамках субсидиарной ответственности. Сумма тоже колоссальная, вот 92 миллиона рублей и более 22 миллионов рублей в субсидиарке. То есть кейсов очень много, в том числе кейсов по бухгалтерам. Не нужно забывать о том, что когда бухгалтер говорит, я же лицо опять подневольное, но в предыдущем кейсе там руководитель тоже подневольным был, но если говорить о субсидиарке, то здесь в любом случае есть два ключевых основания для привлечения бухгалтера к субсидиарной ответственности. Он когда признается либо КДЛом, либо он не КДЛ, но тем не менее сторожа бухгалтерскую отчетность, что непосредственно повлияло на скажем так, на то, что появились налоговые риски, и на то, что
на платежеспособность, в конце концов, невозможность со счета с кредитором и прочие эти моменты. Что мы с вами увидим еще по налоговому контролю? Опять же, что планируется, что, скорее всего, мы с вами увидим, возможно, уже в 2022 году. И особо популярно так вот на сегодняшний день обсуждается, это, конечно, предварительные обеспечительные меры. Мы с вами привыкли, что налоговые органы подключают предварительные обеспечительные меры на стадии, когда они больше, наверное, уходят уже в судебное разбирательство. И для того, чтобы подстраховаться, чтобы налогоплательщик не вывел активы, свое имущество, пока идет судебный процесс, они вот какие-то обеспечительные меры стараются выбить, как говорится. Но этого мало посчитали. И вот уже на стадии назначения внутренней налоговой проверки предполагается, что налоговый орган может применять эти предварительные обеспечительные меры в виде запрета отчуждения имущества, вывода активов и прочее, прочее. Конечно, это очень серьезный момент, потому что длительность введенной налоговой проверки там от года и более, и нельзя распоряжаться ничем, но это действительно ставит под угрозу ведения бизнеса. Ну, вот я недавно смотрела, что Борис Титов тоже выступает против того, чтобы это предложение законодатель уже есть в законопроект соответствующий, не просто словам, там предполагается, что в 2023 году вот это все появится. И здесь даже предложили, что что-то вы боитесь, вот такие вот предварительные обеспечительные меры можно, например, заменить на банковскую гарантию, на залог ценных бумаг, короче, 43-х лет, но, тем не менее, мы все понимаем, что ситуация достаточно серьезная. Ну, поживем, увидим, как это все закончится. Ну, как говорится, ситуация 50-50, а может быть даже и больше, что все-таки, раз есть законопроект, скорее всего, мы с вами закон получим. Дальше, налоговые долги компании могут планировать, что могут налоговые органы будут взыскивать именно со счетов наших банков у дебиторов. То есть смотрят дебиторскую задолженность, нам должен его за счет этих дебиторов гасить налоговые долги конкретному налогоплательщику. Развитие истории экстерриториальности. Но мы с вами уже как-то к этому начинаем привыкать, хотя в начале 2021 года, насколько я помню, когда даже были встречи с представителями Федеральной налоговой службы, они говорили, что ну как же чужая инспекция, проверять вас не может, и быть того не может, он не требует каких-то документов, Но как мы видим, что ничего не путаем, потому что к концу 2021 года уже активировались региональные территориальные налоговые инспекции субъектов Российской Федерации, московским компаниям предъявляли требования к представлению документов и информации, и возникал вопрос, а надо ли их исполнять, насколько они вообще законные. Как мы видим, что на уровне законодательном скоро будет закреплено то, что, да, возможно, чужой инспекции просить представить документы. С чем это связано? Из-за налоговых органов обоснование того, что загруженность велика вторичных налоговых органов, поэтому почему же не могут более, видимо, свободные из субъектов Российской Федерации коллеги налогового инспектора запросить какие-то документации, возможно, провести анализ, возможно, даже проверочно. Ну, посмотрим, как это будет все развиваться. А пока контроль налоговый 2022 года, это, конечно же, при помощи различных автоматизированных систем на уровне предпроверочного анализа, путем запроса документов информации, причем как законные, так и незаконные способы, в зависимости от того, как отреагирует налогоплательщик, в курсе ли он каких-то новых фишек и тенденций, попадется ли он на уловку или нет, можно получить информацию, провести предпроверочный анализ, направить ему соответствующее уведомление, вызвать на ковер, где-то может запугать, надавить, сказать про проблемные контрагенты и попытаться побудить его добровольно платить какую-то сумму налогов в бюджет, возможно, не выходить на выездной налоговый контроль. А возможно, назначение тематической выездной налоговой проверки, не комплексная, а тематическая, когда проверяется один-два квартала по конкретному налогу. Это может быть налог на прибыль, либо НДС. Я вот с нетерпением жду статистику 2021 года, когда у нас налоговые органы будут хвастаться своими достижениями, успехами, и сколько проведено, если будет там конкретно не комплексных, а тематических проверок, потому что обещали, что тематических проверок должно быть больше, как минимум 50% от комплекса. Посмотрим, что покажет статистика. И следующий момент, конечно, борьба со схемами. Схемы, вот опять же, работа ежедневно с различными запросами. Под схемы, опять же, это различные переквалификации сделок, когда налогоплательщики пытаются скрыть истинные
договорные обязательства менее выгодные с точки зрения налогообложения налоговой нагрузки, более другими, лайт-вариант для налоговых обязательств. Это, конечно же, проблемные контрагенты, это же дробление бизнеса, это неправомерное применение льгот и прочие-прочие моменты. Поэтому, конечно же, мы будем к этому готовы. Итак, какие есть фишки на сегодняшний день, что важно знать? Ну, про предпроверку недаром говорила и делала акцент, потому что нужно понимать, что налоговые органы на протяжении всего 2021 года и 2022 года, они у нас активно использовали часть 2 статьи 93.3 Налогового кодекса для того, чтобы незаконно получить у налогоплательщиков полноценную информацию для проведения анализов в рамках предпроверочного анализа. Следует остановиться на том моменте, что предпроверочный анализ как вид самостоятельного контроля до сих пор не закреплен на законодательном уровне. Но опять же, исходя из разговоров в кулуарах, скоро мы, возможно, получим и такую норму действующего законодательства в НК РФ, где должно быть прописано, что есть такой вид налогового контроля, и я надеюсь, что будут прописаны права и обязанности каждой из сторон, как говорится, налоговых органов и налогоплательщиков. Так вот, какие метаморфозы происходят с данной нормой? Ну, во-первых, обращаясь к налоговому кодексу, мы понимаем, что данная статья предусматривает истребование у компании документов либо информации в отношении контрагента. То есть не саму компанию проверять это раз, и интересует какая-то конкретная сделка, либо сделки, исходя из судебной практики, может быть, несколько сделок. И эту сделку, то есть с требованием должно быть четкая идентификация, какая конкретная сделка интересует. Что происходит на практике? Для предпроверочного анализа, о чем непосредственно в залах суда говорят и сами представители налоговых органов, да, через эту статью они пытаются выудить необходимую информацию в отношении не только контрагента, но и самого налогоплательщика, для предпроверочного анализа, не стесняясь вот таким образом. Когда задается им вопрос, на основании чего вы так поступаете, они говорят, ну как же письма ДСП, у нас есть от Федеральной налоговой службы. И, естественно, эти письма, поскольку они для служебного пользования, мы не можем для общего обозрения представить. Уж извините, поверьте нам на слово. Мне очень радует такая достаточно на сегодняшний день серьезная вот эта вот практика по Московскому округу, вот такие вот ласточки, где как раз суды говорят о том, что фактически проводится предпроверочный анализ и проверка деятельности налогоплательщика, что недопустимо в рамках статьи, статьи 93.1 по части 2 ни в коем образом. Истребованию невозможно идентифицировать, какие конкретные сделки нужны. Истребуется огромнейший объем документов от года до 3 лет. Поэтому проверяется сам налогоплательщик. Это недопустимо, поэтому налогоплательщик обоснованно не выполняет такие требования. И наказывать его, в том числе за непредставление документов, информации 126-129 налогового кодекса, абсолютно недопустимо. Как вы видите, декабрь 2021 года по Москве, вот по центральному округу тоже середина декабря, тоже очень интересный судебный кейс, где инспекция вне рамок проверок на той же излюбленной статье, на основании той же излюбленной статьи попыталась истребовать у компании, опять же, большое количество документов за год. Причем интересовала, казалось бы, какая-то конкретная сделка, причем, когда разбирались, выяснилось в ходе судебного заседания о том, что на самом деле налоговый орган имел понятие, с кем работает налогоплательщик, естественно, и он мог идентифицировать сделку, но это он не сделал, он в требовании не указал, какая конкретная сделка интересует, а просто указал по конкретному контрагенту за год представить абсолютно все документы, причем обратите внимание, это и договоры, это оборотки, это по счетам 92, 91.2 по всем видам учета, регистры различных карточек счетов, бухгалтерского учета и прочее, прочее. Естественно, налогоплательщик напрягся, тем более зная, что тенденция, особенно в Москве, у нас развита. Это такая вот мода новая, да, на истребование документов. И он не представил документы, обратился. Причем здесь очень грамотно поступили. Я еще раз хочу сказать, в чем? В том, что когда вы получаете требования к представлению документов, обязательно все-таки, на мой взгляд, для исключения даже возможно, штрафных каких-то санкций. А потом можно уже разбираться. А здесь вот так вот запараллелил налогоплательщик, он такое соответствующее уведомление направил, сразу же жалобу в вышестоящий налоговый орган.
состоящий налоговый орган сказал, что, естественно, налоговая инспекция права. И далее данное дело разбиралось уже в стенах судов. Все три инстанции поддержали налогоплательщика и сказали следующее, то, что исходя из анализа данного требования, следует, что анализируется деятельность самого налогоплательщика вместе с контрагентом за целый год, а что непосредственно нарушает и нормы действующего законодательства и вообще законы интереса самой компании, при том возложении у него обязанности представления документов информации в отсутствии соответствующих правовых норм. Вот об этом, конечно, нужно помнить. Поэтому, чтобы не представлять лишним налоговым органом, конечно же, нужно знать и вот эти вот тренды, так сказать, уловки. И я считаю, что все-таки стоит бороться. Вот судебная практика, вот еще очередной кейс, аналогичный, здесь за 2 года требовали, поэтому, конечно, тоже пользуемся. Недаром я завела вопрос по переквалификации сделок. Если говорить о предыдущих годах, ну, как-то переквалификацию налоговые органы не очень любили, ну, наверное, по той простой причине, что нужно действительно где-то глубокие даже познания гражданского законодательства и обязательно эти доначисления в рамках переквалификации сделок нужно, чтобы они прошли через судебную оценку, и только потом, если что, можно будет с него взыскать, если докажут, что налогоплательщик был неправ, и переквалификация абсолютно законная. Но, тем не менее, нужно отдать должное, действительно, переквалификация сделок на сегодняшний день, она достаточно такая вот серьезная вещь, она удается налоговым инспекторам в судах. Смотрите, очень интересная картина, то, что на сегодняшний день добиться правды, как говорится, и отменить решение либо полностью, либо в части своей любимой инспекции можно и даже возможно, я бы сказала, на досудебном этапе. Очень трепетно налоговые органы относятся к той статистике, которая уже есть на протяжении нескольких лет, более 80% налоговых споров в пользу налоговых органов. Поэтому, если вышестоящий налоговый орган видит, что действительно позиция инспекции слабовата, и налогоплательщик он действительно готов подставить, у него есть аргументы, доказательства, то, скорее всего, решение будет либо отменено, либо полностью, либо в части. Поверьте, это не пустые слова. На практике у нас именно так это все и происходит. Итак, что касается переквалификации. Тренд, я думаю, что 2022 года это будут вопросы работы с самозанятыми. С сентября 2021 года у нас налоговые органы сказали, обратите внимание, мы будем смотреть, если у вас работа с самозанятыми, во-первых, не бывшие работники, нет нарушения норм действующего законодательства, то, может, двухгодичный срок не соблюден, и вы поторопились для того, чтобы сэкономить на зарплатных налогах, на страховых взносах. Это прямое нарушение нормы действующего законодательства, либо будем анализировать, конечно, договор. Если самозанятый, как говорят, действительно самозанятый со стороны, вообще, как у вас заключены договорные отношения? Может быть, это прикрытые трудовые отношения, как раз мы это понимаем. Поэтому хочу просто предупредить, у кого есть такие договорные отношения, когда получите презентацию, пожалуйста, ознакомьтесь, что делать, все-таки я вам категорически не советую, очень опасно, как лучше формулировать определенные какие-то условия в договоре для того, чтобы исключить претензии со стороны налоговых органов. То есть, ну, вот такие вот моменты, чтобы невозможно было признать, что трудовые отношения по факту с самозанятыми являются по факту трудовыми. Потому что, исходя из судебной практики, из анализа, что мы имеем на сегодняшний день. Это больше, наверное, из практики взаимоотношений с бывшими работниками ИП. И здесь нужно понимать, что помимо того, что грамотно оформлены договорные отношения, большое значение имеет еще и показания свидетельски тех же самых наших контрагентов, самозанятых, что они будут говорить, трудовые это договоры прикрыты или нет. Обороты набирают и до сих пор ученические договоры тоже активно используют. Это как раз очередной такой вот кейс, когда успешная переквалификация, успешная для налоговых органов, ученических договоров, трудовые отношения. Потому что здесь явно было установлено, опять же, смотрите, помимо того, что у нас есть красиво оформленные бумажки, там все замечательно, их нужно оформлять. А налоговые органы выехали, посмотрели в рамках выездной, что на самом деле нет никакого учебного центра, возможности для обучения, допросили
так называемых учеников, они сказали, да какое обучение? Нас приняли на работу, вот испытательный срок, а потом вроде как бы, да, вот так было. Потом мы просто работали, и никто нас ничему не обучал. Даже некоторые профессии не требовали вообще никакого обучения в принципе. Поэтому, конечно же, вот эти вот притворные сделки вот дает вот такая вот имитация и существование только на бумаге, когда касается инспекции жизни, при осмотрах, при допросах показывает, что на самом деле другая ситуация. В этом кейсе для начисления 4,5 миллионов рублей. Продолжаются истории налоговых схем по переводу руководителей в ИП-управляющих. До сих пор, вот честно, очень часто встречаешься, и причем должного внимания даже оформлению договорным отношениям не уделяет. Очень часто договор гражданско-правовой с этим ИП управляющим напрямую говорит о том, что все-таки трудовые отношения, там и подчинение, и режимы, и прочее. Ну, как бы это очень легко вычисляется, и, честно говоря, очень удивительно, что до сих пор вот эта вот история продолжает жить. Продолжает она жить, я понимаю, почему, потому что есть и судебная практика, и в реальности, действительно, если возможно доказать, что есть экономический эффект, то бишь деловая цель вот такой метаморфозы, превращение бывшего руководителя в ИП-управляющего, тогда да, можно выкрутить эту ситуацию, когда будут претензии. Если мы докажем документально на цифрах, что здесь действительно есть экономический эффект. Когда возглавлял руководитель, там на зарплате сидел, у нас 3 копейки была прибыль. А вот это управляющему завязка на результат. Он вот столько намного наделал, не просто на бумаге, а вот в жизни, что в результате у нас продажи выросли, денег стало больше у компании. Вот есть и такие судебные кейсы. Продолжается история, я думаю, что в 2022 году по переквалификации, особенно дивидендов во что-то, ну, например, вот, вернее, дивиденды, роялти, дивиденды или какие-то выплаты, займы и прочие моменты, именно в дивиденды. И здесь вот, что касается взаимоотношений с иностранными компаниями, особенно если это материнская компания головная, и здесь очень часто налоговые органы ищут так называемый подтекст корпоративный. Потому что взаимоотношения между российской дочкой и иностранной компанией очень часто оставляют следы, то, что полностью подконтрольны, согласованы действия и прочее. То есть это подводка к тому, что на самом деле выплаты какие-либо, в данном случае роялти, они по факту являются дивидендами. Да? И дальше идет раскрутка. А как же у нас действует норма гражданского законодательства? Например, в данном случае, в данном кейсе речь шла о выплате роялти по лицензионному договору на право использования ноу-хау. Ноу-хау – это новые типы технологии, ранее неизвестные для российской дочерней компании. Когда выясняется история, оказывается, дочерней компании раньше пользовались этой технологией на протяжении, например, года, а потом вдруг откуда всплывает лицензионный договор. Как-то сомнительно и не соответствует действительности. Поэтому нужно понимать, что вот эти все истории, которые были ранее, они, конечно, тоже будут обязательно отслеживаться. И что касается ноу-хау, здесь уже нарушение, конечно, в данном кейсе не только действующих норм налогового кодекса, но и прямое нарушение вообще основного признака ноу-хау, то есть нормы гражданского кодекса. История продолжаться будет, что касается истории движимое это или недвижимое имущество, облагается налогом на имущество или нет. Здесь споров очень много, их можно объединить даже в какие-то, может быть, группы. Я просто рекомендую, у кого такие вот моменты есть спорные, скользкие, особенно что касается налога на имущество. Вот совсем недавно, 4 февраля текущего года, сами налоговые инспекция, именно ФНС, довела до территориальных инспекций обзор судебной практики по вопросам налогообложения по налогу на прибыль и земельному налогу. Загляните, не поленитесь, конечно же, налоговые органы больше сделали акцент на выигрышных именно инспекций делах. Ну, кроме этого, есть, конечно же, и положительные для налогоплательщиков. И здесь, если посмотреть, то достаточно серьезное значение имеет на сегодняшний день для приквалификации имущества в качестве движимого. Мы раньше как-то считали, что это связь с вещью землей, невозможность раздела в натуре. Причем и до сих пор некоторые суды действительно больше значения придают и этим моментам.
Но вот Верховный суд, в том кейсе, который видите сейчас на экране, там речь шла о квалификации мерной установки гостиничного комплекса. Здесь больше упор делали все-таки на то, что выступали в форме вот эти вот объекты основных средств, машины, оборудование, движимое имущество, момент их приобретения, и как они принимались в учете в качестве отдельных инвентарных объектов или нет. То есть эти вот нормы ОКОП, они имеют тоже важное значение для разграничения движимого и недвижимого имущества, кого вот эта история интересует, посмотрите, в том числе вот этот вот кейс, я думаю, что обязательно пригодится. По необоснованной налоговой выгоде. Здесь можно говорить долго и бесконечно, потому что по излюбленной статье 54 прим. Налогового кодекса, ну, вокруг нее, в принципе, большинство историй, споров с налоговыми органами и крутится. Это, конечно же, у нас с вами и те же самые проблемные контрагенты, дробление бизнеса и та же самая переквалификация, получение необоснованной налоговой выгоды. Но о чем хочется сказать? Достаточно свежий такой вот кейс, тоже очень часто на практике сталкиваешься о том, что заключение сделки на аренду оборудования. Здесь суд поддержал компанию, все-таки хотелось бы поговорить не только о минусах, но еще и плюсах. Нужно отметить, что положительных кейсов для нас становится все больше и больше, суды поддерживают, московскому округу это не может не радовать. Здесь, кстати, вот между компанией, арендатором и контрагентом был заключен договор аренды оборудования для аэропорта. Это различные трапы, эскалаторы, прочие моменты, и, соответственно, НДС по ним принял, компания подняла ключ, что расходуют перечисление налога на прибыль. Нормальная такая ситуация. Тут пришли налоговые инспектора и говорят, вычеты по НДС, расходы по прибыли, ну, как-то необоснованно, заначислили вместе вот с пенями и штрафами аж 96 миллионов рублей. О чем они говорили? Объект аренды является частью недвижимого имущества и не могут быть использованы вне объекта недвижимого имущества. Это раз. То есть трапы и прочее. Функциональное назначение оборудования, предоставляемого в аренду конкретной компании, является неотделимой частью функционального объекта недвижимости. Вот такие вот моменты есть. Ну, да, и здесь, конечно же, ну, сами по себе эти аргументы еще не говорили о чем, о том, что было присоединение арендодателя, да, вот, к арендатору в предыдущем, то есть после того, как сдавали в аренду, потом еще присоединились, и, в общем, получилось, что это одна и та же компания, это явные там признаки того, что есть налоговый схематоз. Суд первой инстанции поддержал налоговые органы, а вот апелляции и кассации сказали, что нет, на самом деле отсутствуют признаки получения необоснованной налоговой выгоды, потому что спорное имущество не является неотделимыми частями здания. Мы видим, что вот по спорам по необоснованной налоговой выгоде, то, что касается движимого и недвижимого имущества, тоже в том числе имеет большое значение. Доказательство отражения спорного оборудования в составе основных средств компании, арендатора, в период охватной проверки налоговым органам не представлено. То, что они, извините, там арендатор и арендодатель, они в одну компанию потом слились, как говорится, к этому присоединению, но это не говорит ни о чем, о том, что получены необоснованные налоговые выгоды. Вот такие вот еще и бывают интересные моменты по движимому и недвижимому, необоснованные налоговые выгоды. Дальше. Продажа компании своему учредителю по заниженной цене. Опять же, имущество очень часто, но в данном кейсе мы видим, что автомобиль продавали. Тоже очень часто встречающие на практике претензия. И здесь у нас апелляция будет весной, 9 марта. И здесь что произошло? Компания представила декларацию по НДС, отразила операцию по продаже автомобиля физлицу, учредителю компании. Камералка. В рамках камералки до начисления 16 миллионов рублей и потом на основании того, что автомобиль был реализован по цене ниже рыночной. Привлекался в том числе и оценщик сказал, что на самом деле рыночная цена действительно гораздо больше, то есть реализовали за 1 миллион, а вот рыночная цена 2 миллиона. Когда раскручивали эту ситуацию, выяснили, что приобретали автомобиль изначально по договору лизинга, стоимость была 5 миллионов рублей, затем к учету автомобиль приняли по стоимости 4 миллиона рублей, остаточная стоимость его по факту составила 1 миллион рублей, ну вот его и продали. Вроде бы, да, по остаточной стоимости и цена продажи, она соответствует, вроде как бы, да,
Но, тем не менее, в этой истории суды посчитали, что, посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация, что на самом деле автомобиль приобретен за счет... А, кстати, здесь решающее значение, на мой взгляд, еще имеет то, что оплата вот этих вот всех платежей по лизингу за счет займов от учредителя, это беспроцентные займы были. Вот, поэтому это тоже погубило компанию, вот этот вот момент. И дальше, что действительно основной такой вот важный момент, то, что связано с тем, что автомобиль реализовали одновременно с принятием решения о ликвидации компании. То есть здесь пришли к выводу и суды налогового органа о том, что действительной целью была непосредственно реализация авто, это вывод имущества и собственность налогоплательщика, который будет ликвидирован. В истории по ликвидации тоже очень много моментов, и здесь налоговые органы задают различные вопросы, в том числе нельзя заключать договорные отношения с компанией, например, которая находится на стадии банкротства или на стадии ликвидации, тоже очень много таких судебных кейсов. На самом деле нужно понимать, что все-таки если в процессе, то есть вообще ничем не отвечает, даже если назначен ликвидатор или ликвидационная комиссия, то в любом случае деятельность может вестись и что-то продаваться, покупаться и прочие моменты все-таки они могут. И поэтому в данном случае все-таки возникает вопрос, компания-то еще не ликвидирована, то, что в процессе ликвидации это все произошло, само по себе не имеет такого существенного, на мой взгляд, значения. Посмотрим, как дальше будет развиваться кейс. Дальше. Опять же, выявлена схема минимизации налогообложения по налогу на прибыль, прикрытая мнимой сделки по передаче в аренду помещения. Но это тоже типичная ситуация, на мой взгляд, по крайней мере, мне приходится часто с такими сталкиваться, когда есть учредители компании недвижимое имущество, их сама компания налогоплательщик доверяемый пользуется ей, потом вдруг происходит опять же такая метаморфоза, это по договору безвозмездной аренды, это недвижимое имущество передается некому ИП, причем ИП, то есть очень часто это близкие какие-то люди, то есть прямая взаимозависимость однозначно, в данном случае это муж учредителя. И затем ИП, муж учредителя, то есть супруг, по договору субаренды нежилого помещения опять вот компании передают. И возникает вопрос, да, вот, а для чего, какова цель-то? Мы же понимаем, что когда исследуется необоснованная налоговая выгода, в частности, статья 54 ФИМ, нужно понимать, что серьезное значение имеет вопрос, а какова деловая цель? Либо преследуется только исключительно налоговая цель получения какой-то необоснованной налоговой выгоды. О чем здесь как раз и было сказано, что есть прямое нарушение. Сделка субаренды, она на самом деле не носила реальный характер для того, чтобы сэкономить на налогах. Это уж понятно, как говорится, ежу. Идем дальше. По проблемным контрагентам. Здесь я сделаю только такие важные акценты, потому что, к сожалению, у нас не так много времени сегодня. Поэтому что хочу сказать. Проблемные контрагенты. Конечно же, еще раз напомню, может быть, кто-то не слышал, либо подзабыл, что операции, общехозяйственные отношения с контрагентами, особенно если они имеют признаки технических компаний, то есть они нереально якобы не будут принимать эту деятельность, поскольку у них нет соответствующих трудовых ресурсов, нет соответствующих машин для перевозки, нет оборудования и прочие-прочие моменты. И отчитывается там у них численность 2,5 человека, да, и привлекали они или не привлекали, если кого-то привлекали, то это тоже третье лицо привлеченное, да, скажем так, подрядчик или субконтрагент тоже должны иметь признаки реально действующих компаний. Вот нужно понимать, что вот этот вот тест, он обязательно для каждого инспектора. В первую очередь проверяется реальная и нереальная сделка. И, то есть, на самом деле этот тест применим для реальных сделок. То есть товар поставлен, услуги выполнены, работы выполнены, услуги оказаны. Дальше исследуется, а кто же является стороной договора. Пристальное внимание. Если программа выдает, что действительно это все-таки техническая компания, особенно если есть разрывы по НДС, но в первую степень нас, конечно же, будут вызывать на разговор, засыпят вот этими уведомлениями, письмами, информационными требованиями, представить уточненную налоговую декларацию и уточниться. Либо если это уже в рамках признанной налоговой проверки, когда предпроверка проведена, и разговор более такой серьезный, и претензии по так называемым техническим контрагентам предъявляются. Здесь нужно знать, что инспектор
должен оценивать еще, каково мое, как налогоплательщика, отношение к этому проблемному контрагенту. Умышленно ли я внедряла его в так называемую схему по уходу от налогообложения, это вот серая техническая компания. Это я, выгодоприобретатель или нет? Или я по неосторожности, по незнанию, я не знала и не могла знать, что техническая компания. Очень важно. Я думаю, что схему, которую я нарисовала, может, в жизни как раз и пригодится для того, чтобы вот четко понимать. И здесь такая история, что даже если докажут, что техническая компания, я умышленно ее привлекаю, в любом случае предусмотрены так называемые плюшки даже при умышленном привлечении технических компаний в виде. То есть мне не как ранее будут сносить вычеты и расходы, а непосредственно вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль будут учитывать по фактическому исполнителю. И здесь сразу возникает вопрос. Опять же, вот наработки наши с вами, да, технический исполнитель, то есть исходя из письма, исходя из подхода Федеральной налоговой службы, именно налогоплательщик должен найти, представить данные по этому фактическому исполнителю. И тогда, скажем, по данным этого фактического исполнителя будут учитываться, скажем, будет произведена налоговая реконструкция, и мои вычеты и расходы от этого зависят. Опять же, если налоговый орган все-таки сам располагает какими-то этими документами, то есть я как налогоплательщик не поспособствовал поиску этого, скажем, фактического исполнителя, могу ли я тогда претендовать на налоговую реконструкцию или нет? Об этом как раз вот этот кейс, который вы видите сейчас на экране, судебное заседание 21 февраля. Компания «Спецхимпром», она действительно, ну, как бы вот замешана в этой схеме по уходу от налогообложения, умысел и прочие моменты. Но здесь очень интересный факт, то, что на самом деле здесь сняли и вычеты, и расходы. Компания говорит, а как же налоговая реконструкция, с чего же я оказался мимо? И здесь, вот смотрите, Верховного суда дошло, и Верховный суд на новый круг рассмотрения и сделал важный для нас акцент. Тоже даже если есть умысел, в любом случае инспекторы могут снимать только маржу технической компании и оставить в расходах реальную себестоимость раз. А во-вторых, очень важный момент исследуется. А если налоговый орган обладает знаниями и циками, необходимыми для налоговой реконструкции в отношении фактического исполнителя, а не сам налогоплательщик представил, можно тогда претендовать на налоговую реконструкцию или нет? Но, на мой взгляд, почему бы и нет, да, если есть соответствующие данные, но посмотрим, какой вердикт судов будет по этому делу. Я недаром вам говорила, что на сегодняшний день статистика все-таки, я думаю, что будет такова, что это статистика уже исходя из опыта, и коллеги очень многие тоже делятся о том, что на стадии досудебного разбирательства на сегодняшний день больше шансов отстоять свои интересы. Ну вот, по крайней мере, хочу представить вот один из наших кейсов, когда мы без суда отвоевали более 300 миллионов рублей. Классическая, казалось, была картина, когда обратился клиент компании, вот выездная налоговая проверка, сняли НДС налог на прибыль, до начислений были свыше 300 миллионов рублей. Претензии по трем контрагентам. Якобы они технички, они не могли оказать вам никакие там услуги, не выполнить работу, ничего. Вот. И когда погрузились в эту историю, на самом деле оказалась очень интересная ситуация. То, что, допустим, три контрагента, помним, один контрагент, он вообще был ошибочно квалифицирован в качестве проблемной технички. Потому что, во-первых, обязательства по поставке продукции были исполнены именно им, именно спорным поставщиком. Представляли медицинские показания, банковские выписки, движение по расчетным счетам, деловая переписка, абсолютно все нормальная действующая компания. И почему-то, по каким-то домыслам, инспекции не понравилось, они причислили к техничке. Поэтому спорить нужно. Второй тоже очень интересно. Второй контрагент, он вообще тоже был в ходе возражения, то есть по заявлению ходатайства вызывали на допрос. Он говорил, что на самом деле там все контрагенты, привлеченные лица, они имеют место быть как нормальные действующие компании, в том числе и предприниматели.
На самом деле здесь нельзя говорить о том, что эта компания не действующая. Тоже касалось и третьего контрагента. Здесь на самом деле получается, что просто голословные утверждения также напомнили о том, что есть позиция Федеральной налоговой службы 10 марта текущего года, что предписано инспекции в рамках проверки именно проводить эти тесты. Отношение контрагента к техничке, что из себя представляет техничка, знал, не знал, тест на сторону договора. И вообще вот эти вот признаки технической компании в этом же письме на минуту так были приведены. А наши контрагенты к этому не относятся. Управление посчитало, что да, действительно, инспекция не права и, вот так вот скажем, отменило решение 300 миллионов спасли. Тоже недавний кейс очень интересный, опять же, по техническим компаниям. Здесь тоже поговорили с контрагентами, здесь история вообще очень интересная, когда мы отстаивали интересы, здесь уже на уровне, скажем так, даже решение не было вынесено, на уровне подачи возражений спасли более 150 миллионов рублей, то есть сама инспекция за то, что не права, извините. По первому контрагенту там тоже был вопрос о том, что ну, якобы технически. Доказали, что это реально действующая компания, указали о том, что, извините, он как бы на учете вашей инспекции еще и стоит, и вы его проверяли не раз, и не сомневались нисколько в том, что какой-то правосубъектности в его, потому что это действующая компания. Они сказали, окей, да, согласны. По второму контрагенту то же самое, то есть здесь очень интересная ситуация. Вот этот вот контрагент, он был как поставщиком, так и покупателем. У нас же обычно со стороны поставщиков история интересна. Мы говорим, что же, извините, а почему вы только как поставщика, как покупателя его не рассматриваете? Тоже как-то странно. Еще касается, что третьего контрагента, там небольшие суммы совсем были здесь, ну, клиент, компания согласились, они, что действительно у них и документов нет по третьему контрагенту и так далее, но тем не менее мы здесь тоже предложили, а почему до начисления полностью по третьему контрагенту соглашаться, и здесь нужно опять поднимать речь, ну, важно, о чем я говорила, что действительно допустимо принимать на себя часть налогового бремени, приходящейся на торговую наценку проблемного поставщика. То есть мы представили контррасчет, инспекция согласилась, и вот так вот 150 миллионов рублей отбили уже на стадии возражений. Поэтому, как мы видим, все может быть, и вот эти вот козыри, как говорится, в кепке до суда на сегодняшний день прятать не стоит, потому что на судебном этапе можно снять колоссальные суммы. Что касается такого вот волшебства в виде налоговой оговорки, тоже очень многие обсуждают эти вопросы. Я думаю, что вы тоже много читали, много слышали. Я просто хочу сказать такой вот момент, то, что налоговая оговорка, в первую очередь, кейсов у нас будет предостаточно. В презентации можете ознакомиться, вот посмотреть. У нас налоговая оговорка строится либо на основании статьи 406 прим. Возмещение потерь, возникающих в случае наступления определенных в договоре обстоятельств, либо 431.2. Это заверение обстоятельств. Что касается моего личного мнения. Налоговая оговорка – это добро. Все-таки лучше, если она будет. Да, очень много подводных камней. Да, есть отрицательная судебная практика, когда суды отказывают в взыскании с контрагента соответствующих потерь, убытков. В связи с тем, что, например, если у нас задействована статья 431.2, не видит причинно-следственную связь между действиями и бездействиями контрагента, это то, что мне до начисления были налоговые, либо я сама уточнила все прочие моменты. Ну, или, может быть, тот момент, что когда я начинаю судебный процесс, я получаю положительный судебный акт, и мой контрагент оказывается неплатежеспособным, это нереализованный доход, опять 20% я бюджету должна, но тем не менее это хотя бы какая-то защита. Нужно понимать, что никто, ни налоговый орган, никто либо не может понудить меня включать в текст договора налоговую оговорку, это раз, а во-вторых, даже если она есть, использовать или не использовать ее, то есть это мое право, если нажим, вы понимаете, о чем я говорю, я думаю, что, да, если инспекция говорит, у тебя же есть договорные отношения с контрагентом, уточнись, потом выйдешь в суд и легко взыщешь с контрагента. Ну, извините, бабушка нам бы сказала, насколько легко и возможно мне взыскать вот эти вот суммы с контрагента. Нужно проанализировать, взвесить, а может быть, я не пойду судить, поэтому добровольно уточняться тоже я как бы
может быть, и не собираюсь, поскольку это мне невыгодно. А так, на мой взгляд, на сегодняшний день, исходя из тех кейсов, которые тоже вы увидите, исходя из того, как работает налоговая оговорка без механизма от рынка агропромышленного комплекса, 406 прим, она больше воспринимается судами, потому что как-то вот здесь можно предусмотреть в том числе моменты на то, что мой контрагент будет возмещать мне имущественные потери, даже в случае того, если я получу какое-то письмо от налогового органа, попросим добровольно уточнить, я эту сумму заплачу и потом с контрагента буду взыскивать. Если он согласится, конечно, на такие условия. Обратите внимание на механизм от рынка АПК. Кстати, Федеральная налоговая служба, имею честь беседы с ней представители неоднократно говорили о том, что не надо пугать бизнес налоговой оговоркой, мы все-таки не хотим давить на бизнес, а больше нас интересует полная прозрачность его взаимоотношений всех. Поэтому вот по механизму работы агропромышленного комплекса замечательно, если бы все вот так работали. Ну, может, действительно, кому-то будет хорошо, в первую очередь, защита от проблемных поставщиков, которые заносят в черные списки, то есть те вот равные условия работы, да, если там схематозник, почему ты более там дешевый товар можешь продавать и так далее, нужно понимать, что это более дешевый товар, кстати, здесь могут возникать вопросы того же самого налогового инспектора. Все-таки ты должен был знать и подозревать, что твой контрагент является технической компанией, почему у него цена гораздо ниже, чем у других. Это тоже звучало из уст представителя Федеральной налоговой службы. Нужно понимать, что когда речь идет об умысле работы с техническими компаниями, не только знал, но и должен был знать, да, вот это, то есть знание и должен был оценить, насколько действительно техническая и нетехническая компания путем той же самой коммерческой осмотрительности при выборе контрагента, обращение внимания на уровень цены, почему она ниже, чем у остальных, тоже считает представитель ФНС, нужно призадуматься добросовестному налогоплательщику. А вот в этом механизме, кто не смотрел, в двух словах скажу, следующая схема о том, что все участники открывают, как говорится, карты, что информация, которая относится к налоговой тайне, пишут уведомление в налоговый орган о том, что они открывают ее, и налоговый орган выступает в виде информатора. То есть если есть разрыв по НДС, соответствующему виновнику, его контрагенту направляется информация, что разрыв по НДС, уплаты нет и так далее. Поэтому дается месяц виновнику для того, чтобы подать уточненку, заплатить НДС в бюджет. Если это он не делает, тогда права у покупателя следующие. Он может удержать, то есть поскольку он теперь не может претендовать на вычет, на право на вычет потеряет, да, чтобы не заявлять его, не рисковать, не было никаких претензий, он прекрасно знает, что есть разрыв по этому контрагенту, он просто удерживает ту часть суммы вычета, которую он мог бы претендовать, из суммы оплаты, которую он должен своему поставщику. Вот такая вот интересная ситуация, причем вот в этом кейсе, который вы видите тоже сейчас на экране, как раз здесь вот рассматривалась история о том, что это абсолютно законная конструкция, причем здесь история такова, что поставщик вышел с иском в суд, покупатель хотел взыскать сумму, говорит, вот он мне там часть не платит, а покупатель со встречным иском говорит, так ты же мне, исходя из нашей налоговой оговорки, эту сумму и должен, поскольку там, извините, был разрыв, а ты там ничего не справился, вы сказали, все хорошо, поставщику никто ничего не должен, покупатель абсолютно прав. Что касается истории по дроблению бизнеса, поверьте, кейсов очень много. Единственное, что хочу сказать, обратите внимание, здесь два кейса на сегодняшний день, я в презентации привела. Первое, это чтобы было понятие, что всегда важна история в дроблении. Тот подход, что когда приходит там к оптимистам или когда оценивают налоговые риски, к налоговым юристам приходят и говорят, что, знаете, у меня там было дробление, сейчас вам буквально день-два сделайте так, чтобы все было красиво, инспекция не придралась и никогда не говорила, что формальное дробление. Ну, по крайней мере, вызывает такую вот добрую улыбку, потому что, извините, есть история, как вот в этом кейсе. Была ООшка на общей теме налогообложения, были обособлены подразделения, 80 торговых точек. Посчитали, как-то уж невыгодно, а давай-ка мы сделаем вот так. Бывшие обособленные подразделения, якобы самостоятельные компании-ошечки на спецрежимах, и как раз налоговая нагрузка у нас падает.
Вот. И когда инспекция пришла, до начисления, обратите внимание, почти что 200 миллионов рублей. И историю разматывали, и допросы были, и осмотры. И все говорили, что мы раньше были в обособках работники, а теперь мы на ООШках, ничего не изменилось. Соответствует все согласование, единый центр управления, нет никакой самостоятельности. Оборудование, расчетные счета, обслуживание, юристы, бухгалтера, IP-адреса, реклама, покупатели, поставщики, все единое, это один единый организм, поэтому ну, вот, все-таки это определенная схема. То есть нужно понимать, что претензии по дроблению бизнеса предъявляются не только исключительно те компании, которые дробятся, примитивные самые были на упрощенке, потом еще начинают расти, как-то тулупчик уже жмет, как говорится, выручка больше, и создаются новые компании, вот такие вот как бусинки нанизываются, да, несколько компаний на ниточку, как говорится. Нет, все гораздо обрастает более серьезная ситуация, но тем не менее всегда нужно понимать, что экономическая несамостоятельность, зависимость и один вид деятельности, понятно, да, нет никакой экономической деловой обоснованности, и история имеет большое значение. Особенно обратите внимание вот на такой вот кейс по франшизе дробления, потому что франшиза, она особо отслеживается, в том числе, налоговыми органами. Это известное дело компании «Дом одежды» на общей системе налогообложения, реализация была через спецрежимных ИПшников. Было доказано, что они являются взаимозависимыми и прочее. И здесь... Хотя и это дело в итоге все-таки в пользу налоговых органов, я думаю, что много чего можно подчеркнуть, у кого связана история со структурированием бизнеса, несколько участников группы компаний, то, что вы увидите как раз в кейсах, обратите внимание. Да, и здесь вот вердикт, то есть касация, почему на новый круг она отправлялась в истории, а потом, как видим, Верховный суд отказал в передаче. Рассмотрение на уровне Верховного суда и на что обратили внимание, в частности, касаться о том, что есть снижение налоговой нагрузки явное, особенно вот 43,6% миграция внутри компании работников, сотрудников тоже существенно была. Судами не дала такая оценка доказательств налогового органа, о том, что общество является единственным поставщиком у всех индивидуальных предпринимателей. Как видите, соотношение тоже имеет значение, 80% и так далее, и так далее. Поэтому использование 1С для всех, ну, единый центр управления и прочие моменты. Это нужно учитывать и исключать, конечно, для того, чтобы не было претензий. Кейсов очень много, будем стараться делиться каждый раз с новыми кейсами. А вот то, что хотела сказать на сегодня, попыталась изложить. Еще хочу сказать, что действительно налоговые риски, они очень серьезно отражаются очень часто на жизни долгосрочных руководителей в виде персональной ответственности, уголовной, субсидиарной. Чтобы это избежать, сделайте тогда либо самостоятельно, выделяйте время, проверяйте предыдущие периоды, а нормально ли все сделки. А вот что касается тех моментах, о которых мы сегодня говорили, а не попадаем мы в эту зону налогового риска, может, подкорректировать нужно. Крайне обидно бывает, когда, допустим, не хватает просто документов, обосновывающих вычеты и расходы, не хватает каких-то документов, обосновывающих деловую цель и прочие моменты. И, а налоговые органы, как говорится, уже отслеживают эти моменты, поймали, и бывает крайне сложно тогда уже, как говорится, выкручиваться. И, как говорила совершенно справедливо Виктория, делайте свой аудит, те компании, которые подлежат обязательному аудиту, полезным не только для компании, в том числе для себя. Выявляйте налоговые риски, обращайте, делайте ТЗ под себя, техническое задание, я имею в виду, выявляйте риски и убирайте их, и снижайте риски, в том числе и персональные ответственности. Поэтому наши, кстати, клиенты обязательно делают, в том числе и не только обязательный аудит, но аудит под именно по своим запросам. Очень часто сейчас выявляются налоговые риски, особенно налог на прибыль НДС пользуется вот эти взаимоотношения договорные с контрагентами большой популярностью, поэтому по-дружески призываю вас для того, чтобы подстраховать и себя, и свою компанию. Поэтому проводите в том числе и работу по выявлению налоговых рисков. Про подарки Виктория говорила, еще раз только напомню о том, что обязательно все участники получат презентацию, можно более спокойно и детально разобрать все кейсы, я специально для вас очень подробно пишу, чтобы спокойно можно было понять, в чем дело в каждой ситуации.
и подарки. Это как раз учетная политика 2022 и изменения, самые главные изменения по налогам и взносам 2022 года. Здесь налог на прибыль, имущество, страховые взносы, изменения, которые касаются вообще деятельности компании, связанные с правовыми моментами. Поэтому я думаю, что найдете полезную информацию. Мы очень старались для вас, для того, чтобы сэкономить ваше время, вот такую главную важную выжимку предоставить вам на обозрение. И если возникают вопросы, всегда помните, что мы открыты к общению, всегда готовы вам помочь. Координаты у вас обязательно есть сейчас на экране и будут в презентации. Ну а сейчас я возвращаюсь тогда к вопросам. Какие у нас есть вопросы на сегодняшний день? Что у нас, как говорится, в тельняшках и выстоял. У нас с вами уже второй час идет общение. Оксана, Наталья, добрый день. Спасибо за очень интересную подборку примеров из практики. Спасибо большое, Оксана. Всегда тоже стараюсь находить самое важное и интересное, чтобы основная цель предупредить налоговых рисков, чтобы не оказаться в числе, скажем так, счастливчиков, фигурантов, каких-то кейсов, которые будут потом показывать, как делать, например, нельзя. Если низкая цена связана со стадией развития компании, возможно, это ее бизнес-модель на этапе становления и расширения клиентской базы за счет ценовых решений. Да, Оксана, конечно, нужно это все действительно обосновывать, но нужно понимать, почему я сказала, потому что низкая цена, вот она должна настораживать, потому что неоднократно представители, в том числе и ФНС, говорили о том, что когда речь идет о проблемных контрагентов, взаимоотношения, отношения, выбор контрагентов, как подстраховаться и прочее. То есть вот, якобы должна настораживать еще низкая цена. Но, конечно, можно обосновывать и говорить, действительно, если окажется, что эта компания контрагент на стадии развития, почему нет? Если действительно завоевывать, как говорится, определенный рынок и начать, действительно, если это чистая компания, без всякого схематоза, да, у нас очень много связано таких вот схем с компанией, с экспортом, с импортом, наверное, даже больше. Но, тем не менее, можно, я думаю, что Оксана стоять и обосновывать. Ну, то есть просто нужно понимать, что риски, претензии могут быть, но если нормально действующая компания, действительно, у нее соответствующая деловая цель без налоговых схематозов и незаконных иных других операций, конечно же, можно говорить, что эта низкая цена, она все-таки обоснована и для чего конкретно. Недаром у нас статья 54.3, смею вам напомнить, а действительно три основных постулата. Помимо того, что мы не должны допускать искажения учета и отчетности, налоговой базы, второй момент, помните, что всегда должна быть деловая цель. Если только единственная налоговая цель, это не есть хорошо, это может как раз свидетельствовать о получении необоснованной налоговой выгоды. Особенно и вот, помимо еще деловой цели, конечно же, здесь рассматривается, кто является стороной договора, насколько обладает контрагент признаками технической компании или нет. Если это нормальная компания действующая, но вот, у нее соответствующая деловая бизнес-модель, почему бы и нет? Конечно, может быть, что она и ниже. Олег пишет. Ого, отличный какой кейс. К сожалению, не знаю, о каком кейсе шла речь, но приятно. Есть шанс пересмотра. А, спецхимпрома, на ваш взгляд. Спецхимпром. Ну, по крайней мере, мне очень бы хотелось, потому что, в частности, для меня большое значение в этом деле. Конечно же, я думаю, что шанс есть. Потому что здесь два важных момента. В частности, я считаю, что все-таки было бы справедливо, что вот расчеты эти делать с учетом маржи, на оценке вот этих технических компаний не полностью сносить вычеты и расходы. И второй момент, налоговая реконструкция по данным, не только которые представляет налогоплательщик, но и возможность ее реализации, этой налоговой реконструкции с учетом данных самой инспекции. Ведь о чем мы с вами долго говорим? Налоговая инспекция обладает большими полномочиями и возможностями получать информацию в отношении любого физического либо юридического лица. Так вот, если этими данными располагает инспекция, когда они отражены в актах, решениях, в приложениях, почему бы и нет? Всегда, вы знаете, очень полезно знакомиться с материалами дела выездной налоговой проверки в частности. Потому что находишь все эти показания, которые могут говорить совершенно другое, нежели те показания, которые используют налоговые инспекции и не могут сыграть в пользу налогоплательщика. Много чего.
потому что, конечно же, налоговый орган выбирает то, что выгодно для обоснования их точки зрения, ну а наша с вами цель – защищаться. Поэтому еще раз хочу сказать, если чувствуете, что действительно есть нарушения, есть какие-то сомнения, все-таки нужно спорить. Нужно спорить, но перед спором, конечно же, разумно оценивать целесообразность своего выхода в спор, то есть перспективы, анализируя, возможно, аналогичные дела и учитывать фактуру дела. Иногда говорят, ну прямо идентичное дело, смотрите, тут вот победил налогоплательщик, наверное, и мы победим. Очень много различных нюансов. То есть фактуры дела. Во-первых, у нас непрецедентное право, это раз, но все-таки учитываются какие-то моменты в любом случае судами. Если дела идентичные, фактуры дела прям один в один, перспективы всегда гораздо больше. Еще один опыт тоже имеет большое значение. Дорогие наши участники, к сожалению, время пролетело быстро, мы с вами даже вышли за тайминг. Я думаю, что удалось всем посмотреть, послушать. В любом случае, если кто-то не успел, отключился, либо очень быстро для кого-то был темп, кейсы в любом случае у вас будут в презентации, поэтому можно подробно ознакомиться. Ну, а я от всей души желаю всем удачи, благополучия, самое главное, крепкого здоровья всем вам и вашим семьям. Спасибо за внимание. Василя? Да, Наталья, спасибо огромное вам. Сегодня у нас в чате, помимо благодарности, еще и восхищения. Действительно, очень интересные кейсы. Наши участники впечатлены, впрочем, как спасибо. И я. Да, прекрасная работа, поздравляем вас. И спасибо, что делитесь подобными кейсами, они и вдохновляют, дают надежду. Вот, спасибо огромное. Друзья, действительно, материалов у нас сегодня очень много. Видела вопросы еще про презентации и про видеозаписи. Обязательно, конечно, все будет вам доступно. Видеозапись прямо сейчас останется, а презентации буквально в течение 10 минут после окончания этого эфира будут выложены для скачивания. Изучайте материалы, связывайтесь с нашими спикерами напрямую, задавайте ваши вопросы, и пусть на вашей стороне будет удача. Спасибо большое. И до новых всем встреч. Удачи, Василя, всего доброго, всем всего самого хорошего, отличного настроения. Да, на связи, до свидания.